Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире портал sk2tv.ru, в эфире Каби Рейдж. Я приветствую вас на четвертьфинале RPL. Наконец-то закончился групповой раунд, начинается плей-офф. Самые жаркие, самые важные бои, потому что вы, наверное, помните, что только за первые два места есть у нас призовые деньги. Да и не только в этом дело, все хотят войти в тройку. Команды, которые вышли сегодня, наверняка претендовали на большее, нежели четвертое место. Поэтому я уверен, что борьба нас сегодня ожидает не на жизнь, а на смерть. В эфире Каби Рейдж, и сегодня я приветствую вам отличного человека, которого достаточно, это Леворгу, он будет сегодня комментировать вместе со мной. Паша, привет! Привет, друзья! Сегодня мне выпала честь комментировать вместе с Каби, и у нас такое значимое событие, как RPL. И первая игра у нас, я думаю, как вы уже посмотрели в лайнапах, будет Барнаул против Скролла. Каби, какой твой прогноз на игру был? Когда меня спрашивали про прогноз, я сказал, что мне кажется, что счет будет 3-2 в пользу той или иной команды, а кто победит, зависит от того, в какой форме находится Барнаул, и я до сих пор продолжаю придерживаться именно этого мнения, потому что, на самом деле, очень важный первый матч, первый сет. Вот, все дело в том, что игроки, ну, ты, наверное, знаешь, что Скролл достаточно много сейчас играет во второй StarCraft. Вот, ну, правда, наверное, Барнаул тоже, но все дело в дальнейшей сетке, потому что мне кажется, что у Василиска против Хэппи Зерга очень хорошие шансы. Wild SCV на Destination может тоже зажечь, тем более ему достался соперник не самый сильный в онлайне, это RoX Lester, это игрок кланов, он в онлайнах не очень силен. И, в принципе, в четвертом сете у нас Куст Марвин, это Heartbreak Ridge, это, в принципе, ну, мы уже видели, как играет там Куст, это его карта, вот, и поэтому, на самом деле, Скролла очень важно затащить, вот, но если первый сет возьмут Барнаул, то может статься, что счет будет 3-1, понимаешь, поэтому, а если выиграет RoX, то есть, если выиграет Скролл, то, в принципе, это, как бы, еще вроде как ничего и не гарантирует, ну, и, кроме того, наверное, все-таки Барнаул, как самый титулованный из состава СР, имеет все шансы выйти на эйсе, поэтому, опять же, вот, второй момент, почему именно его форма решает, вот, наверное, так, а кто же из них, ну, вот, не знаю, после первого сета я готов тебе дать прогноз, вот, прямо по результату. Ты, я слышал, прогнозировал 3-0. Да, ты знаешь, я вот посмотрел на лайнап, и что-то у меня в левой пятке зачесалось, и мне показалось, что RoX просто затащит 3-0, и что SR как бы не вытянут. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что я ошибался, что мы увидим сегодня эйс, напряженнейшую, увлекательнейшую игру с морем крови, сражений, с непримиримыми просто соперниками. Надеюсь, все это будет. Надеюсь, что стрим наш продлится часа 3-4, может дольше. Конечно, все зависит от игроков, но вообще, да. Пожалуй, с тобой поначалу я соглашусь, вот если как ты разложил. Единственное, что я больше верю в Лестера, нежели чем ты. Мне кажется, что он способен нас сегодня удивить. Ну, вообще, Лестер неплохо выступает, просто, ну, ты же знаешь, да, наверное, что он из Санкт-Петербурга или из Ленинградской области, я не знаю точно, и мы с ним уже дважды встречались на ланах, вот, то есть я знаю лично этого человека, и я общался с ребятами из RoX и спрашивал, вот, а где, как бы, вот Лестера в онлайне не бывает, и они как раз говорили, что это лановый игрок. Вот, а лановый скилл это немножечко другое, нежели онлайновый, это, наверное, ну, тоже в курсе, вот, поэтому, в принципе, то есть на лане он жжет, на самом деле, да, ну, не то чтобы, да, прям братка, может быть, он не обыграет, но, в принципе, он неплох, вот, но тут, не знаю, Wild SCV еще такой очень неудобный соперник, который как раз-таки типично онлайновый игрок, ну, не знаю, ну, посмотрим, я-то, наверное, буду, по крайней мере, в матчапе за ВП болеть за зергов по привычке. Но мы, кстати, видим тем временем, что Скролл играет в три хэтчере. Но это вообще его стиль. Скролл очень редко играет в две хаты. Только если в такие чизовые варианты две хаты Люра, Барнаул играет современный стандарт этот BioTVZ. Он после экспанда ставит два барака. Как ты думаешь, будет ли Люра от Скролла? Потому что, в принципе, в последнее время зерги часто делают Люру, и не только в России.
Ну, ты знаешь, по, вот в чем особенность вот именно Люры, и, скорее всего, особенность Люры на Блушторме, то, что она не очень удобна здесь и долго забегать. Поэтому я бы сказал, что мута в любом случае будет в начале, потому что нужно полетать, похарасить, посмотреть. Тем более, как мы видим, у нас сейчас лагов нет, игра идет на лоу латенси, все ровно, тьфу-тьфу-тьфу, сплюну через левое плечо. Да, кстати говоря, я об этом не подумал, но действительно, у нас четверо в игре, но, слава богу, все отлично, и я просто невыразимо рад этому, потому что проблемы были, но видимо, они позади, поэтому, ну, все здорово. Играем, ставятся supply, третий уже, да, пока что нету еще Академии, но это правильно, вот, да, 28-й лимит, но 27-й чуть-чуть пораньше стандарта у Барни получилось, 28-я Академия, сейчас будет много-много мариков, и, видимо, он готовится выходить, вот, где-то там первую муту встречать посередине. Вообще, я вот заметил в последнее время определенный кризис ЗВТ, ты, наверное, смотрел, да, сегодня МСЛ. Ну, я, честно говоря, смотрел мельком, я просто знаю, что проиграл Джей Донг, снова проиграл он Бэйби, и, в принципе, как-то мне кажется, что может быть сейчас такой отрезок времени, когда Террена сильнее. И ну, ты знаешь, я сегодня пропустил, к сожалению, из-за работы, я только вот начало краем глаза посмотрел. Ну, ты знаешь, Террена сильнее, потому что Флэш, в общем-то, сильнее всех Терренов вместе взятых, и он задает тон игры. То есть, как бы, вот если посмотреть, по крайней мере, вот начиная с Протоса, знаешь, вот начиная вот если с Бису, такой промежуток времени, есть топ-1 игрок, который задает темп, который показывает, как надо играть против всех рас, и как бы остальные игроки данной расы, они подтягивают. Ну, я, конечно, имею в виду про геймеров и корейский StarCraft, это, на это стоит делать очень большую поправку, потому что все-таки корейский StarCraft и весь остальной StarCraft это несколько разные вещи. Так вот, соответственно, есть один топовый игрок, топ-1 расы, который задает темп всей игры, который там выигрывает вообще все подряд и всех подряд без шансов, и тогда вот эта раса тащит. Вот я такую для себя статистику заметил. Сначала это был как бы Бису, вспомним конец 2008-го, начало 2009-го, когда он просто топ-1 был, брал все и вся. Правда, конечно, у него не везет ему с ОСЛ, ну что поделать, возможно, уже и не повезет. Потом это был Джей Донг, и вот сейчас пришло время Флэша, и, соответственно, вернулись тираны. Также до этого, вспомним, был боксер, рулил, потом... Ну, ладно. Сейчас речь не об этом, потому что уже первое забегание. Да, ну такое условное, похоже, даже отчасти разведывательное. Барнаул не ставит никакого бункера, он вполне уверен. Ну да, тем более Зерк, конечно, не будет нападать, играя в три хата. И смотри, в каком месте скролл поставил спайр, и именно эту точку на карте просветил Барнаул, поэтому, может быть, он и промазал просто мимо второго экспа, а может, специально такой был свет, но скан увидел спайр, поэтому у Барнаула больше нету сомнений относительно того, что делает скролл. Ну, кстати говоря, он на середине уже грейд на атаку. Четвертый пошел барак. Играет он в такой стиль. Ну, вот знаешь, есть у фэнтези такой стиль, то есть, когда ставится второй барак рано, и все, и бараки не добавляются, и потом идет тэч, такой симпатичный, но Барнаул играет в стандартном стиле современном. Четыре барака, и вот Бэйби, кстати, похоже, играет. Как вообще тебе этот игрок? Бэйби? Да. Ну, ты знаешь, я, если честно, особо не слежу. Я не видел, как оба раза он слил Джей Донга, потому что вообще я, как правило, корейские лиги начинаю смотреть. Это со стадии РО-16, РО-8, отборочные очень часто мимо меня проходят. Ну, в любом случае, парень, который смог дважды обыграть Джей Донга, достоин внимания, это я могу сказать с уверенностью. Интересно, почему, зачем заходил сюда Барнаул? Вряд ли он мог предположить, что скролл настолько нагл, чтобы поставить тут нычку, и в это время он, смотри, вот он ожидает от скролла третий газ. И, в принципе, это, конечно, правильно. Ой, сейчас что... Барнаул в центре втыкает. Отдал двух медиков просто на халяву. У скролла здесь уже 9 муталистов, и сейчас просто ничего не помешает. Ну вот, 8 осталось. И, кстати говоря, скролл не достраивает муту. Он играет так же, как играет Маус Кол. Он делает ровно 9 муталистов, и ни одним больше. И что, что-то умерло, видимо, это был оверлорд из стека. Ну, 8, да, и правильно Барни, конечно, искал локацию, потому что после 9 она ставится всегда, и вот она поставлена на 11 часах, вот. Но Барнаул не смог особо там ей помешать. Ставится Гидроден, скролл играет стандартно в этот раз, ничего не выдумывает. Мы видим бункер, наверное, скоро будет второй, факта. Да, и смотри, какое интересное расположение туреток. Мне оно не нравится. Потому что, на мой взгляд, ну, у него будут просто скоро проблемы с расположением здания. Может быть, я не прав, но, по-моему, не самое удачное. Ну, Блушторм сейчас неактивная карта, она прошла на РПЛ по голосованию, но при этом, конечно, особой практики игроки на ней, наверное, не имеют.
Ну, ты знаешь, это Bluestorm карта WCG 2009, и ее должны были тренировать в том или ином состоянии игроки, по крайней мере, Скролл, я думаю, и Барнаул должны были на ней хотя бы поиграть. Так что я думаю, как что тут располагается, более-менее знают. А насчет расположения туреток, ну, ты знаешь, если Террен идет в масс-бараке, то, в общем-то, по идее, никаких проблем с расположением. Ну, вот смотри, у него стоят наверху уже сапплай, старпорт. Вот, например, залетает мута, кстати говоря, вот через эту стенку так, а-ля Dream T-Hyun на матчпоинте. Вот это был просто привет флешу, там такой был залет, после которого даже сущий не вытащил. И вот нечто подобное делает сейчас на самом деле Скролл, но, правда, мута у него очень пробитая. Да, она просто отлетает на ура, и три штучки остается. Вот стоило ли, как ты думаешь, залетать? Залетать? Ой, какой фейл! Ну, точнее, нет, не то чтобы. Скролл-то куда ему было? Ему у него не было вариантов, а Барнаул так полетел. Кстати, смотри, сколько у Скролла за это время скопилось ресурсов. И грейд на люру еще не готов. Вот что самое обидное. И самое главное, что гидра еще даже не повыплялась. Еще особо много ее не заказано. Сейчас в основном только собаки есть у зерга. И если сейчас Террен ломится, а Террен, похоже, сейчас ломится. На самом деле, вот грамотный Террен а-ля флэш пошел бы сейчас на третий газ. Потому что в лоб ломить бесполезно. Там выйдет люра, и это как бы... Это ва-банк, который не работает. А вот на третий газ это самое оно, на мой взгляд. Ты забываешь, что это Bluestorm, и что здесь танки достают до экспа из-за вот этих вот стеночек. А, ну это может быть, да. Но мы видим, что все-таки, видимо, Барни разделяет мой взгляд на вещи, потому что он идет наверх. Да. Куча собак. На самом деле, люра скоро будет. И, кстати, вот надо сказать, что одну очень важную вещь забыл Скролл. К Квиннеста у него нету до сих пор. У него 900 на 900, и он вроде в лимит не упирается, но, во-первых, две хаты надо было бы уже, наверное, добавить и Квиннест поставить. Скролл, видимо, не успел немножечко это сделать вовремя. Ну вот, кстати, хата, вторая Evolution. Скролл, видимо, собирается на Лейер Тайре играть. Танки отдает Барнаул. Я не успел. А, вот, да, это происходит. Ну, один же танк только. Или там было больше? Я просто смотрел. Там один танк он отдал вовремя, он успел среагировать. Просто танки начали раскладываться, на них ломанулись собаки. Я думал, что Террен их уже просто никак не спасет, но мы, видимо, успел. На стимпаке добежали Маринес и Фейербаты. Но все, вроде Скролл более-менее защитился. Два люкера есть на третьем газе. Не, ну там же будет сейчас скан. Это до свидания, люркеры. Кстати, первый весель уже на середине. Да, и один танчик спокойно разбирает. Но вот двух-то он, конечно, не убьет и кидается вперед. Барнаул решает, что время дороже, и тут же передумывает, потому что там больше, видимо, санок, чем он рассчитывал, и решил не нападать. И, кстати говоря, дропшип на мейне, и он успевает высадить только одного единственного дохленького Маринеса. Непонятно, как он такой прилетел. Видимо, не было госпиталя, и решили раненых лучше послать на базу к зергу, чем кормить. А тем временем кидается Барнаул в атаку на третий газ и пробивает. Не перевел сюда войска Скролл. У него на мэне просто так стояли, ничего не делали. 4-5 люкеров ждали, чего непонятно. Надо было, наверное, сразу ставить релипоинты на третью локацию, пытаться как-то оборонить. Но сейчас вот это все войско зерга забегает сзади Террена, сгрызает танк. Ой, слушай, ну не знаю, по-моему, размен в пользу Барнаула итоговый по-любому, потому что он мало того, что убил локацию, он снял двух люркеров. Ну, конечно, он много отдал войска, но у него дома уже должно быть... А, кстати, у него дома нет нифига, посмотри, вообще ничего нет. Да, вот я хотел тебе сказать, что помимо того, что Барнаул не подстроился дома, так он еще и локацию не занял в тот момент, когда пошел в атаку. Что-то мне кажется, что просто у него из КВ-шек маловато, по крайней мере, на мейне, вот реально маловато. Видимо, после того, как Скролл туда залетел, он их там так и не подстроил. И сейчас не хватает Барнаулу ресурсов даже для того, чтобы полностью обеспечивать свои бараки. О грейдах никакой речи пока даже не идет. Вот 1-1 есть, но как бы... Второй еще не начался. Хотя я не вижу вторую инженерку, я просто сткнул. Нет, нету второй. Кстати говоря, вот забыл еще Барнаул такую важную вещь, как Irradiate. У него в Science Facility еще не сделан этот грейд. И ну и зато ставится третий ЦЦ. Видимо, теперь Барнаул будет оборонительно играть. И это, наверное, правильно, но тем временем на 12 часах ставится хата у Скролла. И, видимо, он собирается еще и на 6, потому что саплай там он убил. Вот, ну и вот обрати внимание, какой поздний хайв. И, ну я не знаю, в принципе, получается, что это даже может быть и правильно, потому что как бы время близится, да, лейер все-таки, хайв уже все-таки скоро будет. Барнаул так пока не нападает, чтобы было без сварма не отбиться. А все-таки, если ты не вышел в хайв, значит, ты сделал больше рабов, наверное. Ну, в данном случае машины, потому что у зерга 90 лимит на 97 тирана. Это говорит о том, что зерг очень нехило вложился в армию, а тиран вот
Смотри, как интересно, заезжает Бурнал на хайр, чтобы не стрелять со штрафом, и Терн предпочитает отступить. В принципе, Зерг занимает сразу две локации, да, но вот одну он отдает без боя, но там не было резона ломиться, это понятно. И как дешево отдан весел. Просто жалко, он столько денег стоит. Сейчас запирается, посмотри, Тиран, похоже, не успеет здесь ничего уже предпринять Барнаул. Все войско свое он отдал. Да, тут вопрос в том, что не выйдет просто вот из этого мешка смерти такого. Теран. Жестко вообще. По-моему, танки он спас вовремя, их отвел, если я ничего не пропустил. Ты не обратил внимания, что стало с двумя танками, которые пошли? Слушай, ну если их нет на карте, значит они умерли, подсказывает. Нет, они есть. А, вот они, тут смотри, на центре карты они едут как раз-таки вот, да, вот на этот самый, на эту самую точку, про которую ты говорил. Сейчас будут разбирать рабов, раскладываются танки. И, кстати говоря, интересно, что марики стерегут только широкий вход. Видимо, собак они не ожидают. Собак-то много, на самом деле. Такое чувство, что скролла рабов мало. А, ну да, это понятно, потому что танки по ним шлепают. Было бы удивительно, если бы их было много. Ультралис, Кеверн. Скролл играет без дефайлер маунда. А вот это уже ошибка. Причем большая, потому что у скролла сейчас нет такой экономики, чтобы обеспечивать ультралов. Лимиты, кстати, ровно 109 на 109. Просто... один в один. И забегает, да, но это, конечно, он этой армии разберет этот форпост, это понятно, но убивает сколько может люркеров Барнаул. Ну, ты знаешь, я думаю, что Барнаул вот этот забег, он полностью себя окупил, помимо того, что он настрелял огромное количество просто дронов Зергу, так еще он убил здесь парочку люкеров, разменял маринесов на собак, и, в общем-то, учитывая, что Зерг третью локацию только достроил, сейчас игра идет 3 в 3, Зерг хочет выйти на слонов, делает уже, начал на них делать грейды, дефайлер маунда нету, я бы сказал, что сейчас в плюсе Теран, если он продолжит с тем же успехом штамповаться, но в центре, посмотри, какая атака сейчас со стороны. Ой, сколько мариков. И вот я тебе скажу, если бы был сейчас дефайлер, то это было бы ГГ, по-моему, потому что просто ну, дожал бы, хотя нет, он бы просто поднял вторую-третью локацию, но в итоге Теран бы отбился. Так что нет, тороплюсь я с выводами. И, кстати говоря, Барнаул, видимо, нервничает, потому что смотри, как поставлены бараки криво. Вот, явно втыкал в торопях, и выходит два дропшипа у Барнаула. Точнее, я знаю, что они были заказаны, но я их не вижу на карте. Так что внимательно смотрим. Я как раз успел переключиться, увидеть, как убили скуржи весель одинокий в центре карты, и отменяется четвертая локация Барнаула. Я не вижу. Да, вот один дропшип висит над Mineral Only, второй сейчас достроится, уже два старпорта у Терана. И, видимо, будет какой-то такой дроп. Да, вот прилетает второй дропшип. В один уже загружены марики, загружаются во второй. У скролла, в принципе, такого серьезного контроля над картой нету, особо, я имею в виду. Ну, он не палит карту, у него не развешаны оверы, собаки. И поэтому, видимо, дроп сейчас пройдет. Смотри, как убегают войска из-под дропшипа. И 20 секунд позже, и он бы запалил. Я видел, да, запаленный дропшип. Один дроп, скорее всего, убьет. Надо высаживать срочно, и... Эх... Не играл Барнаул, видимо, в ЮМС-ке. Эта хата, конечно, умрет, но 8 мариков и один дропшип потерян. И надо передроповаться срочно на мейну. Скролла куча. Скуржей он просто не успевает. Да, это не StarCraft 2. Тут надо много хоткеев и бум. Бум. Да, бум. И ты знаешь, как все у Зерга не так уж и плохо, как я предполагал. Теран как-то не воспользовался тем. Посмотри, сколько ресурсов у Зерга. И у него, наверное, будут заказаны сейчас слоны просто. Вот сейчас оверы везде заказаны. И все это с трех нычек. Ты учти, что он строил сколько, он строил собак, сколько он сделал люкеров. Но там, скорее всего, очень порешала отдача Терана на центре. Вот если бы он то войско свое не слил вот так вот, что там пачка мариков отдалась. Да, но там взял, просто было «Привет, меня зовут Барнаул, я играю как адвокат». Потому что, да, нафиг отходить. Я ничего не хочу плохого сказать про Дмитрия Демичева, но его феноменальный контроль мариками против люркеров — это притча во языцах просто отечественного Старкрафта. И достаточно посмотреть вот ту самую великолепную игру с Джейдонгом, где он выиграл, но как он отдавал там мариков, это было просто шедеврально. И если бы не было такого преимущества огромного по билду и слитого дропа Джейдонгом, я вас уверяю, все было бы не так здорово. И, кстати говоря, обрати внимание, привет
привет. Привет, я играю. Я играю как боксер. Разные стили демонстрирует нам сегодня Барнаул. И зависли два еще веселя. И только один, видимо, долетит до мейна. Но убил он там немало. Вообще ни одного раба нету на экспаншене. И откуда-то... А, это он еще и дрона заирадиэтил просто на последних секундах, как классический такой супергерой в классическом старом голливудском боевике, знаешь, на последнем дыхании был кинут ирадиэйт, и такой отряд карательный мариков, неуловимые мстители, которых сегодня по телевизору вспоминали в связи, видимо, со смертью или годовщиной там какой-то актера этого, который еще косово играл в «Джентльменах удачи». Я не помню, как его зовут. И смотри, интересно, что разделил Барнаул войска, хотя считается, что Террен не может делить войска. И вот, ну, нам Скролл наглядно доказывает. Да, что Террен не может делить войска, что считается правильно. У Скролла уже есть у слонов броня, поэтому там 4-2 грейды. Скоро будут, кстати, 5-2, там уже на середине все это дело. Есть ли адреналин, интересно? Да, конечно. И да, вот Defiler Mount, консум на середине и... Ну, поздновато, ты знаешь, здесь вероятнее поздновато. Вот, надо было, блин, все-таки Скроллу сразу с нее начинать, а потом только уходить в ультралов. Ну да ладно, битва на центре! Ой, как быстро умирают танки. У Флэша они почему-то дольше жили против Колма. Может быть, потому что их было на два экрана больше, я не знаю. Но да, там было не пробить, а тут как-то прям раз-два. Два бункера, но что-то мне подсказывает, что этого недостаточно. И ты знаешь, похоже, все. Это если не последняя атака Зерга, то... Ну, правда, с другой стороны... Не, ну, у Зерга дофига ресурсов просто, да. Но у него нету войск, поэтому смотри, да, сейчас поднимется ЦЦ, мне кажется, на самом-то... Ой, а тут еще слонов-то как дофига, 6 штук. Да, жестко. Не, ну, он отобьется, на самом деле, он прямо сейчас не проиграет, но ну, там... ты знаешь... Это вот это уже не отобьется практически никак, потому что ну вот даже несмотря на то, что подходит подкрепление, здесь слишком много ультралов. Не, эти-то слоны умрут, потому что, ну как бы там подкрепление же выходит. Просто бегут, смотри, одни собаки, а слоны уже сдохли, и на самом деле собаки тоже, вот Скролл это понимает, он их разворачивает, но правда там везде заказаны слоны были, и им еще грейд на скорость доделался, и дефайлер выходит, да, и вот эту атаку уже, наверное, не отбить. И обрати внимание, сколько рабов у Скролла. То есть вообще, где они? И при этом у него всю игру 1000 минералов. У нас есть антихак на сервере? Я просто хочу поинтересоваться. Да, у нас есть антихак. И ну, 40 дронов на самом деле. Это вроде не так уж и мало для Зерга, но тем не менее, я вообще не вижу, чтобы он где-то круто собирал вот так прям. Ну ты знаешь, просто у Тирана 41 СКВшка, вот, и сейчас работать будет только одна локация всего. Только одна СКВшка, я думал, будет локация. Играет ли Тама в РПЛ? Вопрос в чате. Нет, Тама не играет, к сожалению. Хотя есть надежда, что если, говорил Киборг, если пройдем РоКс, то Тама вернется. Но пока не очень близки к этому. Ну, хотя это только первый сет, я напоминаю, это самое начало. Это первый сет на Блушторме, РоКс против Барнаула, но, видимо, Барнаул эту игру не выиграет. Хотя на него команда, конечно, возлагала определенные надежды, но Скролл хорош, видимо, он подготовился к игре. Вот. Ну да, все, это GG по-любому. Тут просто не отбиться, потому что идет дотекание. И у Зерга все еще куча ресурсов. И у Тирана ресурсов нету. И в принципе, да, отбиваться нечем на самом деле. Зерг, ты посмотри, не расслабляется. Ставит четвертую нычку. Вот за это стоит похвалить Скролла. И GG пишет Барнаул. GG пишет Барнаул. Хотя вот ты знаешь, по игре я могу сказать, что в общем-то у Тирана были шансы, были неплохие, но он как-то их не реализовал. Да, что-то я прям сбился. В общем-то достойно бился Барнаул вполне. И в какой-то момент мне казалось, что преимущество уже на его стороне, что он должен просто затащить уже, раздавить своего противника, но Скролл вовремя собрался и смог показать, что не зря его взяли в рог в свое время, вот, и что он может тащить. Итак, дальше нас ожидает ЗВЗ, Mirror, единственный пока что сегодня Mirror на карте Таукросс. Кстати, на Таукроссе обычно бывают интересные довольно ЗВЗ игры, потому что, ну, такая карта
нетипичная для современных, для современного маппула. Играть на ней будут RoX, Kiss, Happy Zerg против SR Василиска. Оба игрока весьма прошаренные, скажем так, в вопросах Mirror'а. При этом, как бы, считается, в принципе, что у Happy Zerg'а не самый далеко любимый ЗВЗ, хотя я смотрел, помнится, его воду с ВЦГ Украины, и это было довольно впечатляюще, но как бы то ни было. Кстати говоря, я не в ту сторону поставил 1-0. Пардон, да, выиграл-то RoX. Ну и, в общем-то, нас ожидает, наверное, что-то интересное. Посмотрим, что подготовили игроки. Я ожидаю хорошую игру. Ну и мы начнем ее смотреть сразу после небольшой паузы. Итак, друзья, мы продолжаем смотреть RPL, нас ожидает второй сет, игроки уже готовы, мы начинаем. Я напоминаю, что в эфире Каби Рейдж и отличный человек, которого достаточно, Леворга, который является редким гостем у нас, я думаю, вы все рады его слушать, и мы начинаем. У нас карта Таукросс, у нас ЗВЗ, у нас счет 1-0 в пользу команды RoX, и наверняка нас ожидает что-нибудь необычное в исполнении. В исполнении кого? На самом деле большой вопрос, потому что мне кажется, что Василиск, по сути дела, является фаворитом в этом противостоянии. Как бы не парадоксально это было, что вроде как такой мощный парень с таким АПМом под 400, да, как Happy Zerg, которого не так давно пригласили в RoX Kiss как молодое дарование. Тем не менее, вот кто мог бы против него ставить, но я напоминаю, что Василиск в групповом раунде затащил Ace. Затащил Ace против команды RoX. Правда, там было Destination, там был абсолютно зеркальный билдордер. Как ты думаешь, какие билдордеры сегодня нас ожидают? Ну, ты знаешь, я думаю, что, скорее всего, 12 пул хата самый оптимальный билдордер на этой карте. Вот, потому что, как бы, расстояния довольно-таки большие, бежать далеко, овером с первого раза можно не найти, и теоретически можно здесь так рискнуть играть. Но мы видим, что уже угадал Василиск с направлением... Василиск с направлением Ахапи, к сожалению, с направлением не угадал. Это уже очень-очень серьезный бонус в ЗВЗ, который позволит в данном случае Василиску спалить билдордер своего противника. Но, ты знаешь, я бы все-таки с тобой не согласился в плане того, на кого ставить. Я опять рискну вспомнить свой прогноз и опять поставить на Хаппи. Почему? Ну, потому что этот парень одно время делал просто замечательные прогнозы корейской сцене и разбирал ЗВЗ. Я думаю, он сыграет довольно-таки неплохо, но только если Василиск, конечно, просто заранее не выиграет по билдорду. А Василиск 12 хата и Хэппи 12 хата. Да, оба игрока ставят 12-ю хату. Уж не ждет ли нас часовое противостояние а-ля Not For You, Demagos, Asus? Потому что я напоминаю, что именно так тогда все начиналось. И Гидра, Люра, Слоны, Сворм. И вот только Королев не было, потому что Зера тогда еще не презентовал миру эту стратегию. Но во всем остальном просто все юниты были тогда построены. И было бы здорово, если бы кто-нибудь сыграл в Гидру. Но что-то мне подсказывает, что таких игроков нету у нас сегодня в лайнапе, потому что, наверное, последний действительно любитель Гидры в ЗВЗ это был Not For You. К сожалению, он не играет в RPL, вот, и, в принципе, подзавязал так с серьезным Старкрафтом. Ну ладно, посмотрим, чего раньше времени расстраиваться. Мы видим, что пока что, ну, ничего такого необычного, да, неожиданного. Ну вот, кроме того, что, да, как ты отметил, что Василиск уже нашел своего оппонента, он уже знает страту. Happy Zerg не знает, во что играет Василиск, но, может быть, это как-то заставит его перестраховаться, сделать собак, в то время как сам Василиск будет делать рабочих. Ну, Хэппи играет вообще мега нагло, я тебе могу сказать. Это, конечно, ему окупается, потому что он не отправил дрона на разведку, несмотря на то, что не нашел своего противника первым оверлордом. Играя в 12-ю хату, ну, он просто вот действительно надеется, что сыграть на удачу, что ему это окупится. И как мы видим, да, ему это, в общем-то, окупается.
Ну, он строит 6 собак, в то время как его оппонент ограничивается 4, то есть он сделал на одного рабочего больше. Ну, это все вот этот вот фарт в разведке. Помнишь статью Джастиса насчет везения в Старкрафте, да? Вот это тот самый случай, потому что обычно все как бы направляют овера с верхней локации именно налево, потому что он пролетает через экспаншен. Если ты появился внизу, а соперник наверху, то ты точно выиграешь, потому что снизу посылается вверх, и... Вот как раз-таки этим воспользовался Василиск. Ну, так точнее, распорядилась Фортуна. А Хаппи проскочил разведку, он видит хатчери на XP, он читает количество собак, сейчас прибежит на мейн, проскакивает красная собака, все должен запалить Хаппи, что делает его противник, и дальше он может чувствовать себя в относительной безопасности, по крайней мере, не достраивать достаточное количество собак. А посмотри, Хаппи достраивал все-таки собак, решил попробовать продавить в лоб своего оппонента, оббегает он оверлорда Василиска, но кажется недостаточно эффективно, потому что Василиск видит дотекание. Как думаешь, проломит ли сейчас Хаппи своего оппонента? Ну, сложно прогнозировать. Давай посмотрим, сколько здесь пачка собак. Нет, пачка плюс 3. И тут пачка ровно. Ну, поэтому нет, это нереально. Тем более, что тут будет выходить у Василиска подкрепление. Правда, у Хаппи Зерга тоже подтягивается подкрепление и начинается размен. И, по-моему, больше явно Василиска. Да. Это Хаппи Зерг понимает. Он оттягивается назад. Ну и хотя вообще сейчас, наверное, все варкрафтеры из новых посетителей портала смотрят стрим по Старкрафту второму с ESL, я все-таки для тех, кто с нами по каким-то причинам, хочу сказать, что, говоря Хэппи, Леворга не имеет в виду знаменитого варкрафтера, он не играет в RPL, речь идет про Хэппи Зерга, так что не путайте, пожалуйста. И, собственно, что, Василиска отбился, там Хаппи не очень удачно ломился, позиция была более выигрышная. У тебя, кстати, у кого альянс стоит? У меня ни у кого не стоит, потому что цвета достаточно контрастные, вроде как все видно. Ну, ладно. Я просто поставил альянс Василиску, хотел назвать его желтым зергом. Ну, ладно, мы можем это альянс... сделать, в принципе. Да, в общем-то, не принципиально, чтобы просто не вводить слушателей в заблуждение. И, в общем-то, посмотри, достроил Василиск просто огромное количество собак. Хэппи, по идее, все. Ой, сколько собак, да, это реально очень много. 24. Нет, слушай, на самом деле... А, нет, это у меня табличка глючит. Короче, ладно, черт с ней, с табличкой. Я хотел посмотреть, сколько дронов, потому что казалось, что у Хэппи Зерга их больше, но собак, по-моему, намного больше. Больше сейчас у Василиска, они прибегают вперед, и сколько мы таких игр видели в Корее, кстати говоря. Пошел размен, и вот неудачное, по-моему, место узкое такое для атакующей стороны, но, тем не менее, его просто тупо больше, и заказаны, наверное, везде собак. Нет, заказано мута, смотри, смелый хэппи-зерк, он не заказывает собак, он понимает, что тогда он умрет просто от первой же муты. Два рабочих просто, как они решают в проходе, вылетает мута, и ее... Сколько? 3 штуки тут? Ой, по-моему, собаки нагрызут сейчас. Нагрызут. Кидаются собаки в рабочих. Тут 4 муталиска. 4 это уже... они убивают уже собаку с одного выстрела. Становится немножко полегче жить. И, да. По-моему, все-таки многовато слил рабочих. Мы видим эти трупики бедные. Да, ты знаешь, все-таки Хаппи профукал этот момент. Он же видел, что достраивал Василиск собак. Ну, кстати, наверное, обрати надеялся, внимание, что нету своей муты, вообще у Василиска нету, хотя есть, у него есть спайр. Есть, у него уже 6 или 8. А где, я не вижу, там, где они вообще на карте? Между натуралом и мейном, посмотрим. А, вот они висят, да, у него, слушай, у него 7 штук. И... 7. Нет, тогда это, конечно... Ну, вот тут 6, на самом деле, тут 6 плюс 2 скурджа, и поэтому микро сейчас, наверное, все, но сколько рабочих больше, конечно. Василиска залетает прямо, и втыкаются скуржи. Если они были развешаны на разную муту, то это сейчас будет просто слив. И я не понимаю, кто выигрывает. Они сами не понимают, кто выигрывает. Василиск, кажется, выигрывает. Да, потому что на самом деле Хэппи Зерг допустил очень жесткую тактическую ошибку. Он сражался в рабочих. А сражаться в рабочих можно только тогда, когда тебя больше. Или когда у тебя мощное подкрепление дома. Потому что сейчас отскоки муты Хэппи Зерга приходились на рабочих, в то время как весь отскок... Василиск весь отскок ловил муты, и поэтому, естественно, его мута умерла быстрее, но несмотря знаешь, на скоржи. Хэппи забежал там собаками на натурал к своему противнику, порезал ему рабов параллельно с этим. И, то да, есть, причем они бегают до сих пор, кстати. Причем ситуация не такая плохая у нас сейчас получается. По дронам у Василиска 12, у Хэппи в общей сложности
7, да, в общем-то, и на натурале 2, то есть где-то, ну, 9-10, то есть, в общем-то, по ресурсам не так уж все и плохо, единственное, что по мути сейчас жестко будет выигрывать Василиск, вот опять Хэппи забегает, посмотри, 4 собаки разменивает. Ой, ну там много собак, ну, самое главное, убито 2 раба даже, вот 3, это да. 3. 3 раба, ну, это, то есть, 3. Это даже тупо по баблу даже в плюс, не говоря уже о тактическом преимуществе, потому что... Ну, сейчас Хэппи просто тупо не отобьется уже. Да, ну и летит Василиск вперед, Хэппи Зергу особо отбиваться нечем, по пути убивается оверлорд чисто между делом, и надо не ошибиться в микро, но у нас, кстати говоря, вторую игру подряд очень все хорошо с латенси, и поэтому ошибок а-ля ремейк на Destination тут ждать не приходится, да, это GG, Василиск совершенно точно, да, все признает свое поражение Хэппи Зерк, и это 1-1, и это, в принципе, наверное, отчасти прогнозируемо, по крайней мере, соответствует тому, что мы предполагали, и нас ожидает сейчас... Ну что, является ли эта игра? Можно ли назвать ее скрытым матчболом? Наверное, все-таки нет, потому что это не фрагбет, здесь лайнапы, поэтому тут нет такой особой важности именно у третьего сета, но как, ну, даже не то, что третьего, да, а как бы предпоследнего, но, тем не менее, вот Лестер и Wild SCV — это пара, которую было труднее всего спрогнозировать на карте Destination, не знаю, ну, на кого поставить, но ты ставишь на Лестера, да? Я продолжаю болеть за RoX, но даже не то, что болеть за RoX, а просто ставить на них и придерживаться вот этой линейки. Посмотрим, что будет дальше. Один уже из моих прогнозов не оправдался. Возможно, и дальше я буду ошибаться, но посмотрим. Это Destination все-таки. Так, тут какие-то разговоры идут про лаги. Видимо, какие-то проблемы. Ребята не могут, что ли, играть вместе. Непонятно. Сейчас будем разбираться. Наверное, на этот промежуток времени мы поставим музыкальную паузу. И как только станет что-то понятно, мы дадим вам знать. Напоминаю, что в эфире Кабер Эйдж или Ворга. Мы смотрим RPL. И не убегайте слишком далеко. Итак, друзья, мы разобрались с ситуацией, нам сейчас придется перейти на горе, но это традиционно займет небольшое количество времени, поэтому у вас, наверное, есть около 3 или 5 минут, чтобы налить себе чаю, кофе, может быть, кому-то чего покрепче и чипсов, но мы за здоровый образ жизни, так что мы с Леворго просто хлебнем водички и вернемся к вам, как только мы будем готовы начинать матч. Yeah.
Да, друзья, к сожалению, у нас продолжаются проблемы с Гареной классические. Но вот, наконец-то, вроде бы, как мы тут более-менее как-то смогли к кому-то зайти. Мы, кажется, все оказываемся в одной игре, поэтому скоро можно будет начинать. И добивайте чай, делайте это быстро, и буквально через несколько секунд мы с вами уже начнем смотреть третий сет. Итак, друзья, я напоминаю, что мы смотрим RPL в эфире Каби Рейдж или Ворга. Это третий сет RoX-Kiss против SR, 1-4. Счет на данный момент 1-1. Скролл победил Барнаула на Блушторме. После этого Хэппи Зерк сыграл с Василиском. Сыграл с Василиском и проиграл Василиску Зеркало на Таукроссе. И теперь нас ожидает ДВП на Десте. RoX-Kiss Лестер, Wild SCV. Может быть, скрытый матчбол, самый непредсказуемый матч сегодняшнего дня. И Леворга, как обычно, традиционно ставит на RoX. Почему? Леорга, почему ты делаешь это?
Да, даже не знаю, возможно, я не хочу просто отступать от своего первоначального прогноза и придерживаюсь линии, а с другой стороны, возможно, я просто... Ну, вообще, наверное, стоило, да, поставить на СР, посимпатизировать протосом. Все-таки сам играю за протоса, то есть расовой ненависти это точно нельзя назвать, но зерги тащат, тащат ЗВП, а не имба. Вот. Так что буду болеть за зергов. Ну и, друзья, хочется сказать, что у нас сегодня впервые за РПЛ. Это тестовый такой вариант, я не знаю, как получится, но я пытаюсь сразу записывать сейчас аудиодорожки. И если все пройдет по плану, то у нас будет новый режим просмотра, особенно, наверное, полезный для трафферов. Мы постараемся все эти игры выложить все-таки на сервер СК2ТВ, где, я напоминаю, нашими программистами сделана возможность просмотра реплея со звуковым комментарием. Поэтому, если ничего не сорвется, то вы сможете это сделать. Вот. Ну и, собственно говоря, появляется ТМП ААА, это Wildest CV, Protoss. Почему-то он решил создать ник как в Гарене себе, он, наверное, не знал просто, что можно делать другой ник в UDP. Ну и RoX Kislester, он играет под своим реальным ником. Я предлагаю, кому ты хочешь поставить альянс? Скажи мне, я сделаю это. Я Зергу поставил уже альянс, в общем-то, и болею за него всеми силами. Даже вот с помощью альянс хака. Mm-hmm. Хорошо, я тоже поставлю альянс зергу, я тоже хакер. Вот, так что зерг у нас станет желтым, протос будет красным. Вот, ну, 1-1. Я не знаю, следующий матч у нас Марвин против Куста. Ну, положа руку на сердце, наверное, несмотря на Heartbreak Ridge, Марвин фаворит. Поэтому по-любому надо сейчас Wildest CV выигрывать. Просто и что? Я уже думал, сейчас будет прокси. Но нет, Wildest CV играет в своем стиле. Он почти все время играет против зерга именно с одной локацией. В принципе, неплохо получается на самом деле. Хотя основные свои победы Wildest CV на RPL заработал в PvP матчапе. Но кто его знает. По крайней мере, я лично ненавижу играть против протоса с одной нычки. И, кстати говоря, два гейта, посмотри. А проблема в том, что Лестер прекрасно знает, с кем он играет. Он ставит оверпул. И, не, ну, правда, вот он все-таки ставит делать хату. Вот как ты вообще считаешь? Мне кажется, что трудно отбиваться от двух гейтов, если после оверпула делаешь хэтчер. Хотя, с другой стороны, тут, наверное, далеко бежать, да? Слушай, наоборот, по-моему, как раз от двух гейтов и нужно отбиваться не 12-й хатой, а по оверпулу хата. Чтобы у тебя как раз пораньше были собаки, чтобы ты просто зилту сгрызал. И, на мой взгляд, это как раз прямая контра к тому, что сейчас делает, собственно, вообще, кстати, протос. Смотри, вообще протос не делает зилотов. Точнее, нет, он их делает, но как-то они... Очень позднее, я не вижу вообще, где один зелот должен был быть уже давно. С пилоном еще тос завтыкал, и, в общем-то, это плохо, на самом деле. Плохо. Один зелот вышел, второй достраивается, но собаки уже есть. И если сейчас зерк пойдет навстречу, то отжимать по одному зилоту, окружать и сгрызать — это самое, что ни на есть зерговское дело. Плюс достраивает Лестер сейчас собак, вторая нычка строится. И ты знаешь, я бы сказал, что все пока неплохо у нас у... Рокс Лестера, в то время как темп АА, он же Wildest CV, ну, посмотрим, что он предпримет, по идее... Третья сейчас... локация у Лестера, в смысле не локация, а хата, конечно. Это специфический ход, на самом деле, от зерга против протоса именно с двух гейтов, потому что большинство считает, что лучше играть в фастлейер. Но вот почему-то у Лестера, смотри, другое мнение, что, видимо, будет гидропуш в ответ. Ну, ты знаешь, на мой взгляд, фастлейер все-таки лучше, потому что как бы мута появляется, и она неплохо решает, неплохо сдерживает. Плюс люкерами можно запереть, если случится мута, но как выходит протос? Слушай, есть три зилта, он берет с собой 4 скавышки, идет в атаку на зерга, но зерг подстраивает собак. Ой, нет, кажется, по-моему, слишком много собак, это так а-ля СК2, знаешь, вот когда просто выбегает их толпа с одной хаты, но тут хаты две даже, сейчас будет три, мало СЦВшек, нет, по-моему. Вот если сейчас Лестер ломанется на мосты в лоб на протоса, то, конечно, он сольется, ему нужно окружать и забегать, нужно ждать, чтобы протос перешел через мосты, встречать его уже на своей половине, пытается, мы видим, что сейчас Лестер окружит зилтов протоса, но протос не дает этого сделать, и просто тупо сейчас запирает зерга, посмотри, что делает Лестер. Да, он так играет, причем у него, кстати, кривовато, потом... на самом деле, стоят зилоты немножечко, но ну, несмотря Лестер... на это, он все-таки запер, да. И подходят еще зилы-то новые. Слушай, а пробки уехали домой, да? Пробки, да, пробки едут домой. Вот это да, и нету газа, кстати говоря, и нету даже намека на каких-то корсаров, которые делают обычно, и налом зерг предпринимает, и, наверное, зря.
Ой, да, тут не получится. На самом деле никто в тэч выйти не сможет. И вот я лично ненавижу такую игру, потому что я ее не чувствую. Посмотрим, как Лестер к этому готов. Ну, ты знаешь, на самом деле Зергу вот не надо было достраивать собак, ему просто нужно было сделать две санки, закрыть их лингами и тупо выходить в муту. Делать лейер на мейне из двух баз, штамповать муталисков, учитывая, что у Протоса нету сейчас кибернетки, нету газа, Протос пытается поставить локацию, мута бы сейчас могла нанести просто ужасающий урон Wild Discoven, но, к сожалению, Лестер не стал так играть. Хотя нет, вот посмотри, ставится вторая санка, и дальше нужно, наверное, массить дроп, и заказан лейер. А представляешь, вот смотри, что делает, да, я только хотел сказать, представляешь, что если он поставит сейчас Forge, потому что, обрати внимание, ну вот у меня стоит Альянс Лестера, я не могу сделать себе указание на карту, но, в общем-то, это, наверное, видишь эту пробку. Да, 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 я вижу, которая заезжает за минерал. И я не понимаю, зачем она едет разбирать, на самом деле, минерал вот этот. Неужели он на базе вообще собирается? По-моему, надо было сзади за минерал-лайном застраивать, но... Но ему светить пока нечем. Ему светить особо нечем. Там единственное, что был бы вариант зилотами ломиться, но зилоты бы просто не прошли. У Протоса сейчас просто нечем светить, и вот те сзади фотонки, которые бы там поставил он, они бы, ну, особо не решали до того момента, пока бы зилоты не забежали аж туда, вот в ту область, откуда бы фотонки видели, куда стрелять. А вот как раз разбор минерала может помочь тем, что, смотри, у нас сейчас три зилота идут по левой стороне. А, они встанут, да, они встанут на подъем, и они будут видеть уже, а их будет трудно убить. Видимо, нет, такова задумка, нет? Тут, по-моему, просто Wild SCV разводит своего противника. Три зилта забегут на мейн к Зергу. Зерг сорвет всех собак, побежит оборонять мейн. И в этот у него, смотри, какой мисклик. Один зилот, по-моему, не туда бежит сейчас. И, ну, он, правда, не может. Слава богу, что остальные стоят на халде. Это не StarCraft 2, они не расступаются. И... Потому что у него, по-моему... Нет, вот он его просто остановил теперь. И Зерг... вот Зерг увидел эту всю, да, тему. Зерг увидел, но тут, ты знаешь, у Зерга очень грамотная стеночка впереди. Может не удастся план Протоса и просто не проломает своего оппонента сейчас Wild SKV. Посмотрим. Тем временем собаки, Stargate, да? Есть, но тут есть уже Spyro, он будет даже раньше. И, ой, не, ну это отдача просто. И стоило ставить Forge, вот хочется сказать, да, потому что одна единственная дома фотонка, но она, конечно, нужна будет против мута, но это потом. Надо, наверное, хай поставить, потому что немножко подлагивает. Я не заметил, но... Да, серьезно подлагивает, на самом деле. Давай поставим хай. Да, ну, слава богу, это не ЗВТ, поэтому тут можно себе это позволить. Я на всякий случай поставлю приоритет реалтайм, если вдруг дело может быть в этом. Так. Ладно. Да, ну не хотят играть на хай, но в крайнем случае можно покомментировать по стриму, потому что я посмотрел, что там совсем маленькая задержка. И... Нет, слушай, это похоже просто был временный лаг, у кого-то лагнуло, сейчас да, ну, значит, нормально. Ну я тоже приоритет изменил, так что если вдруг дело было во мне, то это должно было пройти. И убегают, смотри, кстати, два зилота, он их не потерял, и все еще действует блокада, но скоро, видимо, будет уже мута. Правда, у Лестера... А, Лестер копит деньги. Вот смотри, у него сейчас будет 600 на 600 практически. 6 муталисков закажется, и что-то он... А, он овера забыл заказать. Вот это косяк. Просто подарил сопернику сейчас минуту. За эту минуту будут корсары и пушки. Да, пушками, кстати, Протос отстраивается, как будто на него сейчас будет гидропуш. И уходят зилоты. В общем-то, не зря он это делает. Собак! Собак сейчас нельзя отдавать ни в коем случае. Да. Ну, в общем-то, понимает, по сути дела, это Зерк, он убегает назад. И что, надо погрызть зелотов, но... Ну, погрызть, а не отдаться, ну... Да. Вот тебе и погрыз, да, называется? Ну, ты знаешь, на самом деле, Зергу сейчас ставить Гидроден и брать еще плюс локацию. Слушай, от Гидроден, думаю, по-моему, просто мутой можно, нет? Это же куча расходов лишних. Мутой сейчас будет нельзя, потому что придется в любом случае выходить на люру. Вот та первая мута, которая будет, она как раз нужна для того, чтобы пока поддерживать Протоса, и нужна плюс нычка, и нужно... просто делать уже что-то более серьезное, как, например, собаки и люра, выходить, например, на такой микс, я считаю, сейчас это самый оптимальный приоритет должен быть у Зерга. Можно, конечно, попытаться побиться мутой и лингами, но я думаю, Протос просто тупо подождет, пока у него скопится 5-6 корсаров и выйдет в лоб.
И вот тогда Зерга уже своего противника останавливать будет сложно, учитывая, что Зилты там есть. А вот, кстати, ты видишь цитадель Фадону Тоса? Да, я уже обратил, я показывал, что там уже почти... Ну, когда там был только заказан грейд на мув, вот, поэтому... Ну, кстати говоря, вот единственное, что грейда на атаку почему-то Протос не стал делать, ну. Хотя это вроде бы читалось бы, и непонятно, почему нету цитадели, но, видимо, как бы он... Ой, точнее, архивов, но, видимо, это все потому, что поздние газы, как бы газа не хватает, он предпочитает в корсаров вложиться и корсарами, и с зилотами нападать, и получается, ну. Что, в общем-то... Я, кстати, видел, как многие протосы выигрывали по такой стратегии. Корсары с зилтом, на самом деле, с зилтами, на самом деле, довольно-таки мощная страта как раз против того, во что сейчас играет зерк, но протос решил перестраховаться, сделать архивы темпларов, и вот, собственно, почему нет у нас сейчас грейда, а нет, заказался все-таки грейд на атаку. Я думаю просто, что с первым архоном пойдет протос выходить, то есть там 2-3 корсара, куча зилтов с ногами и архон, и вот эта машина как раз должна была бы проломить зерга. Посмотри, где ставит зерг свою третью. Да, на 9 часах необычное место, видимо, рассчитано на то, что там протос не проверит, и он там, наверное, действительно не проверит. И вот, кстати, 5 муталисков всего, и стоило ли строить вообще так мало, вот в чем вопрос. Достраивает потом муту зерг, уже еще 2-3 летят с мейна, то есть уже будет 7, еще заказано мута дома везде, где только можно. То есть там где-то в районе 9 будет точно. И что, ломанется сейчас вперед в атаку зерк? Интересно, что при этом нету грейда на армор. И да, зерк летит вперед. И, ну, пушки, да. Пушек там оказалось больше, чем он рассчитывал. И приходится откатиться. Но, в принципе, как бы, если удастся поставить, да, сейчас третью нычку, потом четвертую, то, в принципе-то... Но, судя по всему, протос-то скоро будет выходить, и надо будет что-то с этим делать. Но вот нашел один халявный пилончик. Вышел протос одним дарком и просто нарезает собак. Просто нарезает, и зерк их отдает. Нельзя сейчас собак отдавать, ни в коем. 9, 10, 11, да, Дарк просто вышел. Так, на раз 13 собачек забрал. Пачку лингов, это да. Просто писец. И сейчас пойдет заворачивать шаверму. Зерк ведь вот все правильно делает. Он запер протоса, подстроил муты, сделал скоржей, подстроил собак и делает сейчас люкеров, делает грейд уже на люру, но вот нельзя так было отдавать, вот просто тупо нельзя. Я собак... не вижу, кстати, гидролиз Гдена нигде. Но он на натурале рядом с газом стоит. А, все, да, я увидел. Хитро был поставлен в таком месте необычном. Да, и получается, что в принципе это у зерга все хорошо. У него муты 11 штук, то есть полная пачка в стейке. И смотри, да, Дарк Архон. Кстати говоря, он унаследовал 13 киллсов от Дарка, из которого он сделан. Типа, я тебя слепил из того, что было, и вот киллсы тоже по наследству. И пилон, вот не знаю, может газ лучше было убить, но почему-то пилон. Ой, сколько скурджей! По-моему, все плохо. Все в одного корсара. Да, все в одного корсара. Роботикс. Ну, Роботикс это правильно, да, это понятно, потому что люркера. Хотя Протус их не видел, но он понимает, что они есть. Они как тот самый суслик из присказки. И смотри, какие, какая красно-синяя вся мута. Представляешь, как сказочно тогда просто Мейлшторм влетит. Протос очень долго ждет, ему на самом деле раньше надо было выходить, как только доделал лисиноги, как был готов архон. Это знаешь, это вот как, когда люди ребенка хотят завести, и они как бы думают, что ну ладно, да, надо ребенка, но сначала надо купить машину, да, вот купили машину, да, потом надо купить квартиру, комод, шкаф, кровать, потом надо еще что-нибудь. И вот так же у Протоса сейчас проблема, по-моему, с выходом, потому что все время... А, вот знаешь, еще более близкий пример в героев, вот до четвертой, в четвертой части просто... Сделали вообще кризис, потому что популяция каждый день, да? А до этого все хотелось подождать, подождать, и вот ты сидишь, короче, и сидишь, а потом... Потом уже все, у соперника вся карта. И, по-моему, вот Протос сейчас подвержен такому действительно действию, то есть ему хочется вот состав армии, и у Зерга-то тоже все лучше становится. И вопрос, на самом деле, в чью пользу ожидания и шторм! И что, нету пси-шторма? Почему не кидается каст? Я не понял. Нету грейда. Нету грейда, грейд только заказан, где-то треть сделан только грейд. И протос выходит, наконец-то он перешел эти мосты, кажется, собирается уже ломиться в лоб, может проломить зерга, но он еще не знает до сих пор, что у зерга слева занята третья локация. Там уже есть два люкера, в то время как у протоса нет обсерватории, по-моему, даже нет обсов.
Да, но у него есть Роботикс, это, в принципе, вопрос времени. Плюс один грейд довольно мало, но, с другой стороны, у Зерга там чего как. У Зерга тоже, как бы, поздние грейды, поэтому в этом плане паритет. И вот, кстати, Мута уже отхилилась даже. Ну, такая серьезная красная армия бегает. И я даже не заметил, честно говоря, когда Протос ставить локации, я хотел так... над ним поглумиться, что он хотел пробкой приехать по-тосовски на двух часах, одной пробкой приехать, сделать мега-оборону и все, и типа я защищен. А оказывается-то у него давным-давно уже это сделано было. И... так что все в порядке, и что? Где Мэлшторм? А Мэлшторм, кстати, есть грейд? Мэлшторм есть грейд, его первым делом заказал. А, и, видимо, забыл как раз поэтому про штормы и... Ну, на самом деле, пока что, если смотреть на лимит, это все как будто бы неплохо, и третья локация у Зерга только-только. Тыкать сейчас санками в красном вархоне надо было, и смотри, Майлшторм вошел, просто великолепно. И неким старт... добить, просто, и шторм, да, вся мута одна остается, все, и одной не остается. Причем корсары, по-моему, они вроде спиной стояли, да, если не сказать грубее, но они все равно убили сплэшем муту, потому что под шторм она не попадала, и... Ну, Люра, конечно, порешал, еще нету обсервера, вот только-только должен он, да, вылетает только обсервер, только летит, но здесь уже слишком много лютеров, и Протос сюда уже вряд ли поднимется, а Зерг с четырех локаций страшен, друзья. Ну, посмотри, сколько ресурсов сейчас у Wild SCV, наверное, будет, должен быть дикий штамп, правда, тут ралли-поинты криво стоят, и всего 4 гейта, надо добавлять гейтов, по-моему. Ну, и, кстати, в принципе... разница в лимитах говорит о многом, да. То есть, на самом деле, Протос, и учитывая, сколько у него денег, он на самом деле может вполне затащить игру, мне кажется. Если только будет грамотно, и вот на такие разводы не поддаваться, как на двух часах, вот ему снова убирают Nexus. По-моему, пора ставить Роботикса на локациях. Ну, правда, с газом... Ну как, 700 с газом, это хорошо или нет? Это много, 700, да? Но с другой стороны... с газом, на самом деле, все зависит от того, что делать. В общем-то, если... доделывать штормов и архонов, которых бы, по идее, уже надо начинать подклепывать и накапливать, потому что Зерг выходит в хайв, а против хайва биться как бы зилтами и драгунами вообще не айс. То как бы это мало газа, но учитывая, что сейчас будут просто забеги, то роботиксы необходимы физически, потому что без них тупо никуда. Нужно хотя бы по одному роботиксу, ну даже если не по роботиксу, то дропшоп, кто проглотил риверов по локациям. Ну, я-то на самом деле имел в виду, что 700 газа это много, да, как посмотришь на 2000 минералов, то вроде вообще ни о чем, фигня. Вот, но, кстати, минералы потратил в Wild SCV, наверное, как раз, да, заказал пару гейтов, всего лишь пару, не 6 штук, как любят протосы начинающего уровня, воткнуть, а потом не на что заказывать в них. В принципе, смотри, так он аккуратненько под... Теперь уже у Лестера копятся ресурсы, и есть уже хайв, ставится дефайлер маунт, адреналин на середине, и скоро будет плохо, и Протос, наверное, должен это понимать, он пытается найти слабое место в обороне, но Зерг тоже перемещается, и, в общем-то, пока не выходит, лимиты как бы остаются плюс 50, но такое чувство, что, ну, как бы скоро же уже будет предел, и такое чувство, что Зерг, ну, успеет догнать потом, вот в чем проблема. Да там даже не догнать, понимаешь, Зерг собаки с адреналином под свармом с флюкерами разбирает, в общем-то, Протоса до определенной степени. Причем так неплохо разбирает, потому что ну зилки на люкерах просто умирают. А собаки догрызают то, что там остается в виде драгунов, ну и там парочки штормов, которая будет. Лестеру сейчас нужно, да, просто тупо дождаться сварма, не ну, давать... Ну и Ультралис Кэверн, кстати, строится. Сейчас он будет готов через несколько секунд. Ставится у Лестера минеральник. Он уже полностью занял левую часть карты. Думаю, что скоро, да, уже приехал дрон, он скоро будет ставить свой родной четвертый газ. И, ну вот, Протос единственное, что занимает, да, правую сторону карты. Но проблема в том, что Протос уже занял локацию на двух часах. Все-таки, да, сейчас Зерг туда уже не может пройти, по сути дела. После этого будет минеральник, игра будет как бы раз, два, три, четыре, пять, шесть на шесть. Да, ну пять на пять, потому что мейна закончится. И вот вопрос, на самом-то деле, насколько комфортно будет Протосу. Единственное, что ему, по-моему, надо риверов добавлять в армию уже потихоньку. Ну, посмотрим, посмотрим. Ой, забегает сколько собак, а тут одни гуны, но фат... А, есть, нет, есть штормы, все. Отбой тревоги, тревога ложная, все в порядке. И грейд плюс один всего лишь у собак, это он не настолько решает, потому что, по-моему, с плюс один фотонку убивает собаку с двух ударов еще. Вот. Сдвал же с трех, а Протос идет в контратаку, похоже, у нас.
Да, Протос так попытался, но почему-то не стал, хотя там было всего лишь две санки. Протос зачем-то решил ломать армию зерга, пошел на сварм, отдался красиво там на сварме. Ну, на самом деле нет, войска еще есть, кидается шторм. Такое чувство, что он хочет слонов побить, пока грейды на армор не доделались. Потому что действительно армор скоро будет, но не знаю. Я при всем уважении к Wild STV сомневаюсь, что там настолько тонкое понимание игры присутствует, поэтому, наверное, просто хотел проверить, а ну как в лоб проломлю. Но в лоб не получилось, потому что там был сварм, и в принципе пришлось опять назад, и при этом я напоминаю, что все же у Протоса все не так плохо, поэтому, может быть, ему и есть смысл сейвить армию, хотя по лимитам сейчас равенство, но, наверное, можно будет достроить. И газа, смотри, как не хватает газа сейчас Протосу, а он не собирает газ на третьей нычке. Ну, кстати, вот он послушал нас все-таки Wild SCV, он добавил Парбатиксу на каждую из своих локаций, и сейчас уже достроился у него Роботикс-саппорт, и можно, в общем-то, подстроить пару риверов. Единственное, что да, вот то, что газ не собирается, это очень большой минус, потому что сейчас Тусу газ нужен просто... Причем он, кстати, не собирается, видимо, вообще на правой части карты, может быть. Да, думает Wild SCV, что на правой части карты нет газа просто. Что? Забыл. Да, забыл, что там тоже есть газ, подумал, что раз зерк налево ломанулся, значит газ весь там. Да. Здесь зерги чуют газ нюхом просто. Маловато рабочих, такое чувство. Хотя нет, нормально, куда у Лестера. Ты знаешь, вообще вот в такой ситуации сейчас самое оптимальное, что может сделать зерк, это тупо масс-дроп на мейн. Вот просто там собак и... Кстати, согласен, да, потому что в лоб ломать трудно, так как свармы. Но правда, это, видимо, понимает и Wild STV, потому что у него висят несколько апсов по карте. В принципе, он все время двигается армией, наверное, перехватил бы дропы. Он запалил выход, смотри, слоны уже с мувом, уже с дальностью, хотел сказать. Дальности нет, но с армором и нет. И, по-моему, даже несмотря на сварм, тут без шансов. И, кстати, заказан грейд на дроп, посмотри, в хайве. А, да, тут в чате хорошая версия, просто собирать газ справа, это не по фэншую, поэтому в этом все дело. 5 архонов уже в армии Протоса. И лимит. Лимит у СЦВ. Да, 193, непонятно. Вроде бы армии мало, но стоят риверы на локациях. А, да, смотри, вот довольно серьезная армия защищает локацию третью на двух часах. И это правильно, на мой взгляд, потому что, как бы, ну, нельзя ее просто терять, потому что за ней еще минеральник свеженький, чистенький и просто пахнущий гелем после бритья. Вот, и... Поэтому, да, он важен, этот экс, безусловно, и определенное количество войск, ну, в виде одного ривера, там, двух зилотов гуна защищают локацию на трех часах. И, в принципе, да, и небольшая армия в центре, небольшая, но качественная. И все, да, и лимит у зерга, и что будет дальше, вот в чем вопрос. Ну, Протос, посмотри, умничка, он сделал дарков, я надеюсь, что все-таки он сольет их в дарк архонов, чтобы кидать майлсторм. Ой, а мне кажется, что он рассчитывает на корсаров, потому что на самом деле на такой стадии игры корсары безумно напрягают просто, потому что газ весь сливается на слонов, в принципе, на диф... Ну и ты тупо не успеваешь подстраивать скуржей, а корсары плюс один, я прошу заметить, поэтому они сейчас просто будут нарезать оверов, а понимаешь, их нечем убивать, потому что гидро обычно зерк не строит, и зерк просто пытается сейчас кинуться в атаку раньше, чем все оверы умрут, потому что потом дарки нарешают. Но они уже умерли, и, в принципе, вот теперь плагой только можно от дарков отбиваться. А, ну и люркерами, да, и люркерами, конечно. Ты был прав, потому что, посмотри, действительно умирают все оверлорды, но даже несмотря на то, что все оверлорды умерли, тут еще столько зерга бежит в лоб, и, наверное, зря бежит. Да, и зерг просто думает, ой, меня убили, но слава богу, я хоть построить могу что-нибудь, потому что лимиты. Забегают слоны в лоб и начинают убивать пушки. Бу. Что, все, неужели проиграл Тос? Это как-то очень неожиданно, потому что у него столько риверов по карте. Такой размен, знаешь, немножко даже абсурдный с одной стороны. Такая машина была у Тоса, и сейчас посмотри... По лимитам-то, в общем, ситуация до сих пор остается равная. Подлетели оверлорды. Да, подлетели просто, чтобы умереть, по-моему. И есть еще люркера в сварме, и печально. Все, выходят дарки. Ну вот, кстати, дарками-то он, наверное, отобьется. В принципе, эта локация, но она не такая уж ценная, потому что тут в сумме осталось, ну, минералов 800, как бы, но это немало. Апсов, но... апсов нету. Или есть? Ой, а где? Где нету апсов, да. И причем тут, кстати, дарки сейчас с флешем. Один люкер партизанский закопался, бьет по всем, у него уже 16 килосов. Да, люркер вообще серьезный.
Он еще, возможно, и Нексус заберет, если Протос также продолжит. А вот собаками нужно как раз к этому люкеру подбегать, чтобы с плышом получали еще дарки, но, видимо, не делает этого Зерг. И что? У Зерга тоже ресурсы скопились очень-очень серьезно. И дропа до сих пор нету, хотя нужно было параллельно. А грейд-то вообще есть на дроп? Есть. Я говорил, в хаве он сделан. Ага. Уже некоторое время им нужно было разводить хотя бы вот одну из локаций, точно выбивать либо правую на трех часах, либо на мейн делать дроп, потому что, ну, даже вот несмотря на то, что сейчас разменялся Зерк, он по сути ни одну локацию Протоса не выбил. Да, он подслил ему лимит, но все же вот за счет дарков Корсаров Тос еще живет. И вот сварм кидается, но там есть, ну, по-моему, мало одного ривера, и забегают слоны, собаки. Ривер, конечно, жжет, у него уже 15 киллсов на этой атаке, 18 киллсов. И все, на этом его карьера заканчивается. И, да, и все-таки пробивает. Ой, смотри, перевозят. Наконец-то сделал шаттл. И такое чувство, что сейчас будет просто выходить в Корсаров с риверами Протос, потому что у него куча роботиксов. И риверу надо жечь, но у ривера нету ни одного скоробея. И откуда-то берется куча зилотов. И, видимо, локация будет спасена на самом деле, потому что нету люркеров. Да, все, умирают слоны, умирают собаки. Но куча убито рабочих. В принципе, локация де-факто не работает уже. Как хорошо, вот я думаю, что у ривера сплэш не действует по своим войскам. Это такое просто счастье. Да, но вот зато по тиммейтам в 2 на 2 отлично вообще заходит. Да? Слушай, ни разу не проверял, поэтому точно сказать. Не-не-не, там все хорошо в этом плане. Забегает дарк, но халявы не будет. Наверное, это напрасно. Корсары дарки сейчас просто... Ой, да, смотри, как дарки... Безнаказанно режут, и нету ни одного овера. А если бы и был, он бы не подлетел, но забегает. Такое чувство, что Лестер просто рассчитывает, что я быстрее. И дарков бы на рампу, бы на холд, но поздно уже об этом думать. Три ривера, фотонки, и кто выйдет победителем? Один ривер умирает. Да, у ривера. Люкера. Да, люркера просто тащат. Не, ну слонов тупо много просто. И... Ой, плага, смотри, кинута плага была на дарка. Он тут же мгновенно был убит, но еще два дарка остается. Протос просто, Зерг, точнее, прошу прощения, оставляет просто люркеров и уводит остальные войска. И через атаку собака опять на ту локацию. Правильные зерговские разводы. Геймплей за зерга в такой стадии невероятно приятен и прост. Делаешь армию и кидаешь ее туда-сюда. И вот когда удается получить преимущество, тут, наверное, уже все. Да, преимущество Зерг в итоге получает. Ему сейчас даже можно оверлордов уже потихонечку начинать, ну не то чтобы сливать, но как бы вводить их с армией. Не очередной так, дарк на карте, кстати, просто учит армию Зерга уважению. Там было 12 киллсов у него, или 11. Но вылетает очередной оверлорд-смертник в поясе. Собаки, плевать на дарков, просто бегут в лоб. Вот я тоже хотел как раз сказать, что Зерг просто уже... Не парится вообще, да. Грызает все, что только можно. Ему сейчас нужно брать еще плюс локацию, вот откуда он выкрал. Слон просто дунул на ривера, ривер лопнул, взорвался со страшным писком. Да, видимо, это все. Ну, Протос пока еще не сдастся, потому что есть еще как минимум две локации, с которых можно качать, с которых можно строиться. Кстати, но... до хрена просто денег, я прошу прощения. И может быть вообще, не знаю, три старпорта, флит бекон и поехали. Не успеет, уже не успеет. Нет, есть два старпорта, да, даже в общем-то есть как раз три старпорта на самом-то деле. Но тут уже не флит бекон, тут бы, может быть, арбитры бы порешали с риколами на такой стадии. То есть там пачку зилотов приколить и просто тупо выбивать. Да, или просто вообще на самом деле невидимость тупо, потому что оверов-то нету, но как бы, да, легко, как бы, ну... со стороны. Вообще, наверное, в реале у него там паника, потому что непонятно, что делать. И куча риверов, на самом деле. Зерк не пробьет, мне кажется, эту локацию. Хотя сварм, конечно, творит чудеса и... А ему на мейн надо кидаться, не надо сюда идти, нет! Да, нет. Можно было бы просто зарешать гейты, но пришает в лоб. Зачем-то, какие штормы, риверы начинают жечь просто. Слушай, вот это вот отдача сейчас от Зерга просто такая вот... Слушай, хотя, по-моему, его просто настолько много. Да, вот это единственное, что здесь Зерга спасает, потому что на самом деле здесь Протос просто ультимативно стоял. И, кстати, обрати внимание, что у Зерга уже есть Greater Spire.
в общем-то, и GG, да. Да, ну и сбывается твой прогноз. 2-1 в пользу команды RoX. Нас ожидает четвертый сет, где Марвин выйдет подавать на матч, потому что он играет против Куста. Если он побеждает, то побеждает команда, выходит в полуфинал. Там их ожидают соперники из команды Имба. Если они пройдут их, то на первом месте с победителем сразится Фоск. Но, наверное, к этим прогнозам мы перейдем позже, потому что у нас сейчас оформляются замечательные превью, где все разобрано невероятно подробно. Ну и нам предстоит сейчас вернуться на сервер sk2tv.ru, поэтому мы с Леворга берем совсем небольшую, незначительную паузу и скоро вернемся к вам в эфир. Ну, не знаю, может быть одна игра, может быть три, как повезет. Snacks and supplies. It's time to leave this town. It's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.
enemy. Nothing to gain. Hollow and alone, and the fault is my own, and the fault is my own. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's gone. I wanna heal, I wanna feel like I'm close to something real. I wanna find something I wanted all along. Somewhere I belong. I will never know myself until I do this on my own. And I will never feel anything else until my wounds are healed. I will never feel anything till I break away from me. I will break away, I'll find myself today. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's gone. Друзья, не пугайтесь, у нас немного затягивается пауза. Все дело в том, что история повторяется. Куст не видит игр, так же, как не видел их Wild SCV. Мы пытаемся как-нибудь решить проблему. Леворга уже прыгает с бубном. Я тут уже тоже завожу ритуальные танцы, зажигаю свечи, гашу свет. И все это неудобно делать в гарнитуре, поэтому мы ее снимаем, выключаем микрофон, ставим музыку. Но скоро все начнется, так что не волнуйтесь, мы продолжим смотреть RPL. Далеко сильно не убегайте. Я надеюсь, что это ненадолго. Итак, друзья, мы продолжаем смотреть RPL. Я напоминаю, что в эфире Кабер и Леворга. У нас на повестке дня четвертьфинал. Команда RoX SR. Счет на данный момент 2-1 в пользу RoX'ов. Сейчас будет Heartbreak Ridge, сейчас будет Marvin против Куста. Игроки уже готовы. Мы запускаем игру. И, наверное, сейчас решится, а может быть и нет, кто составит пару в полуфинале. Я напоминаю, что победителей уже ждет команда Имба, которая смогла занять второе место. Итак, начинается игра, и мы традиционно для сегодняшнего дня спрашиваем прогнозы у Леворга. Паша, кто победит? Ну, ты знаешь, на самом деле, конечно, кажется, что победит Марвин, но если Куст пойдет в кэрриеров, он победит Куст. Марвин слаб против кэрриеров, да, или почему такое? Нет, не Марвин просто слаб против кэрриеров, просто здесь можно на кэрриеров очень удачно подловить, если их спрятать и вылететь ними в неожиданный момент. Как это как... пытался теоретически сделать, наверное, Муви, да, но вот он все-таки не дошел почему-то, то есть он все для этого сделал, но остановился на последнем шаге. Но зато мы видели такое дело от Сторка, у которого не проканало, помнишь, против Флэша, но ты думаешь, что Куст круче.
Ну, ты знаешь, я думаю, что... Что без базара, да. Фэнтези проканало. И у Куста против Марвина может проканать. Ага. Ну, у Куста проканает нечто другое. Смотри, что он смотрел, видимо, масти вчерашние, потому что, ну, Бису чуть-чуть выше ставил пилон, но вряд ли это сильно особо решает. И интересно, что он, смотри, съездил, проверил, а вдруг соперник-то делает сам прокси бараки, но нет, их там нет. У Марвина, у Марвина все стандартно. Девятый сапплай, десятый барак, и нету стенки, в отличие от Леты, который стенку делал. Но я думаю, что это не будет фордж, да, это гейт. А, ну там-то тоже, кстати, был первый гейт у Бису. Посмотрим, как ловит. Саймо собирается поймать куст сейчас своего оппонента на том, что Терена всегда жадничают на разведке, ездят на нее поздно, и, возможно, это боком выйдет для него. Марвин ставит газ, вынуждает его, кстати, поставить... Да, газ до барака, это огромный плюс на самом деле, потому что барак будет еще позже. Только сейчас еще и майнер пайлон, но вот кошмар какой. Это не игрок, это просто наказание какое-то. Ну и, кстати, вот прошу заметить, что нету второго гейта, но это, наверное, связано с тем, что вообще пробок-то мало, и он понимает, ну и тем более майнер пайлон, да, деньги, они не бесконечные. Но вот, правда, есть одна проблема, потому что стенка хорошая у Марвина, и вот здесь между сапплаем и бараком не будет, по-моему, пробегать Зилот, зато будет пробегать Марик, и это очень помогает, когда отбиваешься. И, видимо, на это расчет. Сейчас, да, вот я хотел... Какой кошмар. И как она поставлена, ну, правда, тут всех рабов, кроме одного, можно вывести через дрил, через минералы, но зато один, как минимум, там будет заперт, и сразу два минерала выключаются из игры. Тем временем выходит первый Зилот, и что будет делать Марвин? У него барак даже не готов, но, кстати говоря, интересно, почему пробка не терроризировала СЦВшку, которую строит барак? Потому что прибегает. Кстати, тоже гонялись СЦВшки. Ой, смотри, отменил, решил отменить батарейку. Будет ли газ? Да, дома ставится газ, видимо, позже он планирует все-таки переходить на гунов, запирает пробку, но нет, у нее, кстати, еще много. Как-то заперли-то заперли, но не бил ее зато никто. Вот тут Марин, кстати, на мой взгляд, немножко ошибся. Ему нужно было рядом с бункером, рядом с бараком ставить бункер. Но он разведку так и не отправил, он не видит, что его рашат с центра. Ну там, правда, один гейт, то есть не все так плохо еще для Тирана, на самом деле, потому что, ну, как бы с одного гейта зилтов будет не настолько много, и как мы видим, посмотри сейчас, как великолепно просто микрит Марвин, пробегает как раз вот между бараком и сапплаем, как ты говорил, и великолепно демонстрирует, что это позволяет ему отбиваться от зилтов без проблем, даже бункер, видимо, строить не придется, и закладывает, просто тупо закладывает Тиран факторку. Раз он закладывает факторку, значит, в скором времени ему понадобится ставить что? Делать, скорее, там всего пристройку и выходить на танк, потому что первая вультура, она, конечно, может помочь отбиться от зилтов, но я сомневаюсь, что так уж много зилтов будет заказывать процесс, потому что дома уже строится у куста кибернетка. Да, я прошу прощения, у меня некоторое время не была включена табличка, и после паузы у меня стоял автоматический режим ротации музыки. Мы какое-то время говорили под альтернативу, но я надеюсь, что нас было слышно, потому что было о чем покричать, но сейчас уже все это удалось решить. И вот убивается наконец-то. Только сейчас майнер пайлон, но зато в это время убиваются все марики. Три зилота, и, видимо, факта не достроится. Четыре зилота. И да, факта до свидания, рабочие до свидания, и все. Ну, вот это 2-2. Это и с матч. Интересно, кто выйдет? Потому что Барнаул был не лучшим, на мой взгляд, ну, сегодня. Ты знаешь, я еще верю. Нет, а еще не все, да? Ну, я в принципе... еще верю, да. То есть сейчас выйдет вультурка. Марвин, по идее, может здесь просто... Делается заложить. Первый, зато первый делается гун. А мин-то там нету, обрати внимание, нет, ну, уже, там, нет там, же пристройки. Там на мейн ехать, в общем-то, на мейн, а дома от гуна отбиваться ага. с помощью Марин. Ну да, это тоже вариант. Ну как, а дома как раз делается гейт, чтобы построить там гуна тоже, в свою очередь. Да, вот такая вот первоапрельская игра. Мне сообщают, что нас было слышно даже из-под музыки, так что все хорошо. Нет повода для паники. Доделывается первый зил. Есть повод для паники определенный у куста, но это только с точки зрения Марвина, потому что он-то не знает. Помнишь очень страшное кино, да, когда там фотку показывает и говорит, я знаю. А точнее не говорит, а там подписано было. Вот, да, я не знаю, вот можно. Ой, смотри, как отчинивает, успевает отчинивать. Слушай, он вультуру. Марин просто
красавец. Просто глянь, бог микро, две вультуры забирают гуна, и сейчас поедет. Нет, почему-то не едет. Тут один красный зил, от которого можно добить. Да, и все, вот он едет наконец-таки. Выходит еще один гун, но там уже будет... А там не будет вультуры, кстати, третьей, там пристройка. Но зато там есть три марика. Четыре марика и СКВшка, они, в общем-то, с одним гуном справятся. Но там спрятан зил, вот что самое интересное. Но он такой дохлый, слушай, что его там но дунуть, плюнуть. Там есть шилда, ему главное, чтобы первый урон он принял, чтобы хотя бы одного марика забрать, там тем более есть красный. Ой, какой смотри, красивый как выстрел. Просто очень удачно попадает. Такой снайпер-шот. Чпок, да, и до свидания. Рейлом на респе просто буквально. Минус Зилот, но сейчас, похоже, будет все-таки минус Драгон, потому что еще один Маринес выходит. Да, и, кстати говоря, дома отогнал гун вультуру, у нее всего лишь один киллс, и причем это киллс — это гун, поэтому она ни одного рабочего не смогла убить. И она так, смотри, какой развод, она объехала гуна и возвращается, но тут вот есть проблема, второй гун вышел. Протос строит гунов, да, у него не один был, он их... но тут уже, правда, мины, танки... Да, как-то вот вроде все круто было, но почему-то не реализовалось преимущество на самом деле. Ну, сейчас доделалась дальность на самом деле, и так что вот если говорить... Ой, дальность. Да, то есть вот сейчас драгуны как раз и будут очень неплохо это щелкать. Как в той самой поговорке, да, в действительности все не так, как на самом деле. Да-да-да. И вот сейчас с трех бараков просто если нон-стопом будешь там бавать... Надо микрить, да, и надо микрить не так, надо микрить как бису. Но не получилось. Чтобы микрить как бису, это я не знаю, сколько нужно... Сколько нужно посмотреть водов, не играй как Каби, да, чтобы наконец запомнить. Подходит гуны, смотри, один танк и второй танк умрет все-таки. СЦВшка тут хоть и пилит резаком, просто и один удар. Нет, не один, на самом деле три, но визуально смотрелось красиво. А танков, танки не заказаны, заказаны только вультуры. Сейчас вынужден Марвин выводить всех СКВшек, ошибся. Ой, все, игра была в кармане утерана и так вообще. Она была не в кармане утерана. Слушай, ну мне и по мне кажется, если бы он танками бы остался дома, отминировался, то все. Ну, там по экономике была очень серьезная просадка в самом начале и заняли. Ты корректное банки. Слово подобрал, я тебе должен доложить. Что? Весьма корректное слово ты смог подобрать так быстро, я прям могу тебе выразить только комментаторское уважение. Просадка, да, и я впечатлен. У меня в голове крутилось другое, но. Ну сейчас, подожди, смотри, здесь еще мины есть. Не Джанфей, да, не Джанфей. Действительно, достраивается первый танк. И мина, опять мина. Мина убийца, а прикинь, она бы... Он, по-моему, хотел ее довести до СЦВшек, но вот чуть-чуть не доползла. Похоже, отдаст опять Марвин, ну нельзя отдавать. Ну опять СКВшек нет, просто нет СКВшек. Протос уже достраивает локацию. Скорее всего, сейчас Керан отобьется, но дальше уже, к сожалению, будет тяжко, потому что опять прибежали драгуны, настреляли рабочих, локация займется очень-очень нескоро, если займется, и вот надо было, наверное, сразу осадку делать. Все равно надо было брать дробовики, да, но тут уже Nexus тем временем. Посмотри, спрятался где драгун наверху. Я его видел только что, я причем не понял, где... Там за деревьями стоит вот такой один драгун наверху, регенит шилду. А, вот, нифига себе. Да, нормально заныкался. Но гун, конечно, там не особо нашлепает по рабам. У него все-таки штраф очень большой по ним, но тем не менее... Ну, по крайней мере, на разведку выскочит. Это типа за идею 5, да, за экзамен 2. Да-да-да, как-то так. Дофига, кстати, пробок на самом деле. Что ты говоришь? Дофига пробок, надо заметить, у Протоса, и у него сейчас сразу заработает вторая нычка. И... Ну ты знаешь, вот что самое обидное для Тирана, то что у Протоса уже есть Роботикс, ничего не мешает сейчас поставить еще и реверятню, и просто приехать, прилететь и убить Тирана одним ривером. Потому что ну, Тирану вот ривера сейчас контрить абсолютно нечем, ему и так-то... Сейчас, если Протос наломится, то он может пробить и, похоже, пробьет. Посмотри здесь, сколько драгунов. Один куча гунов, стоит. Но там мины. Один, нет, два танка, на самом деле. Еще один танк есть выше и... Слушай, нет, не пробьет. Не дает ответа, как писал Николай Васильевич. Не получится. Потому что еще два танка, мины. Хотя один танк умирает, но нет, он не пойдет, конечно. Тут гуны без шилдов и... Не знаю, в чью пользу размен, но чисто по баблу, по-моему, в пользу Протоса. Ой, в пользу Терана, прошу прощения. Но у Терана такая печальная экономика. Она, как ты там сказал, я забыл. Просажена. Просажена, да, она просажена. И поэтому
тяжеловато будет. И вот этот вот гейт, он до сих пор продолжает вот отсюда строить гунов. И это тоже, конечно, косяк, что хотя бы пилон здесь не убит. Сейчас практически любой размен в пользу протаса, я тебе вот так могу сказать, потому что ну, настолько лучше он качает, настолько лучше у него все делается. Но, кстати, не стал ривера строить. Не стал ривера строить куст. Возможно, и правильно сделал, решил не рисковать, не полагаться на свое микро с шаттлом, но может быть и зря. Вообще, вот, обрати внимание, кстати, какой у СР состав на матч, да, вот как в песне «За деревом дерево, а за деревом куст». Ну, в третьем сете. Но я не хочу никого обидеть, конечно, это так просто. Поэтически к слову пришлось. Шаттл с пробами прилетел. Да, это просто минус мораль. Я не очень понял задумку, но, видимо, максимально дешево принять на себя дэмэйдж, наверное. И вот, смотри, да, высаживается. Ну, непонятно зачем, но красиво. Красиво отданная пробка. Куст делает вид, что он отдает пробок. Развод. Вместо зилтов. А на самом деле, пробка почему бомба, да. Пробок не имеет смысла, потому что дропли, потому что они как бы приоритет по ним силы. Низкий, и да, и они слишком долго, слишком, как это сказать, быстро умирают. Зилт, он хоть к танку подбегает, делает 2-3 плюхи, плюс там еще сплэш по нему идет от собратьев. И очередную мину, кстати, поймал куст. А, нет, убили. Хотя визуально казалось, что она взорвалась, но она взорвалась от смерти. То есть, по-естественному. Дракон Партизан уже шелду полностью восстановил, я так на него постоянно... Я боюсь, что про него забыл не только я и Марвин. Ты знаешь, это вполне вероятно. Вот сейчас, кстати, то есть, единственный, кто помнит про него сейчас на карте, это ты. Ну, Бараков добавлять, и что, и Мариков делать, и Оптик Флеер? Ну, с одной стороны, можно попробовать и так. С другой стороны, я хотел сказать, что нужно бараком сейчас лететь, но мы видим, что Марвин решил полететь инженеркой. В общем-то, тоже вариант. Марвин — жадный украинский террор, он летает более дешевыми зданиями. Ай, как сейчас выходят танки! Ой, да, просто фейлы, там бомбы, на этот раз там не пробки, и просто old school. Вот так, да, вот, все. Так и раньше убивали все протосы, просто терранов. Да, GG, пишет Марвин. Таким образом, куст оправдывает возложенное мной на него доверие. И игра переводится, как бы это сказать, в эйс, в стадию эйс матча. 2-2, друзья. И на самом деле, наверное, надо сказать, что мы этому рады, потому что на РПЛ было очень много однообразных матчей со счетом 3-1 в основном. Это самый популярный счет у нас. И каждый эйс — это здорово. И я надеюсь, что мы его сыграем все-таки не на горение в этот раз. На смену сервера нам придется попросить у вас еще одну музыкальную паузу. Ну и сразу потом, я надеюсь, мы начнем смотреть эйс-матч. Пока же командам предоставляется время выбрать, кто же будет играть.
such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk mine. It's a day that I'm glad I survived. In my life, all the stars do shine. People say it's just a waste of time. Then they said I should be my. Итак, друзья, у нас наконец-то с вами определились пары, которые будут играть весь матч. Это будет Марвин против Барнаула. Мы сейчас выберем, где будет игра. Я не помню, может ли Барнаул играть на Горене. Там вроде как немножко получше сегодня со связью. По крайней мере, это будет ТВТ, и это неожиданно, потому что в составе каждой команды всего лишь по одному Терену, и именно им предстоит сыграть в Эйсе. И я этого не ожидал. Что скажешь, Леорга? Ну, ты знаешь, я тоже думал, что, скорее всего, СР поставит Кротоса, потому что Питон она как бы располагает. Вот, Терана на Питон ставить не очень против Зерга, ну... Ну, может, кстати, СР поставили против Зерга как раз в надежде, что там будет именно Зерг Тирана на Питоне. Можно, в общем-то, сыграть довольно-таки неплохо, потому что Зергу там третью локацию тоже брать не очень удобно. Киборг говорит гоу на Горену. В общем, ну, гоу. Да, Марвин уже сейчас создает игру. Я надеюсь, что наконец-то наше долгое ожидание подошло к концу. И мы досмотрим, кто же все-таки выйдет в полуфинал. Я думаю, что у Роксов планы явно не ограничивались четвертым местом, даже с учетом того мощного стоп-листа, который, ну, откровенно говоря, довольно сильно ударил по их составу. Тем не менее, третье место — это не для них. Но СР достаточно серьезно выступали на этом турнире. Я напоминаю, что самих Роксов 3-2 они обыграли. Вот примерно похожий был сценарий, но там было тоже зеркало, там было ЗВЗ в Эйсе. Теперь Терены будут выяснять свои зеркальные вопросы и проблемы. Ну и, в общем-то, я уже в игре, ты тогда тоже, наверное, заходи. Так, слушай, наверное, напиши Марвину, чтобы он меня протуннелил, потому что я перезаходил. Ты не видишь игру, да? Нет, игру я вижу. Но я просто боюсь, что я буду лагать. Марвина, то я сейчас постараюсь найти самого, протуннелить, но может, надо, чтобы он еще меня затуннелил. Да, вот, напиши ему тогда еще что-нибудь, он тебя... Все, появился Барнаул, он в самом низу.
И я надеюсь, что он тоже зайдет. Барнаула, и Барнаула вижу, и Барнаула туннель. У тебя надо протуннелить. Меня? Ну, меня тоже можно. Да, это не возбраняется. Стоит не очень случай. Дорого там буквально. Вообще символическая плата. Копейки, просто копейки. Я всегда верил, Кадо, что ты бескорыстный и очень щедрый в душе. Почти, почти. Почти. Да. Так, сайты. Итак, заходит Леворга, остается дождаться только Барнаула, который тоже заходит в игру. И мы, наверное, начинаем в самом-самом скором времени. Гоу-гоу, пишем мы ребятам. Гоу-гоу, пишут они нам и друг другу. Игра начинается. Питон, ТВТ. О, сколько в этом слове букв и слогов. Посчитал камень, нет? Нет, я что-то вовремя не сообразил, что надо уже заняться подсчетами. Марвин сразу же просит паузу. Это машина, все, я. Это моральное давление, по-любому. Ну я ладно, я. А, у меня таблички не идеально стоят. Вот теперь все заработало. Ну и, наверное, надо. Уу, куда улетел StarCraft? Пардон, друзья. Вот. Как прям неожиданно прозвучало. Давай поставим альянс, наверное, Терану. Да, я Барнаулу поставил. Хорошо, я тоже Барнаулу. Барнаул будет желтый Теран, он появился на 3 часах, на 6 красный Тервин, это Рокс, Тервин, Теран, это Рокс, Кис, Марвин. И для тех, кто будет смотреть нас в записи, если все получится и нам удастся выложить на сервер реплей с комментариями, я рад вам сообщить, что это RPL, это Рокс против СР, это 5-й сет, счет 2-2, соответственно, это эйс-матч, победитель выходит в полуфинале на команду Имба. И уже команда, занявшая 2-е место, получит приз в 3000 рублей. Но в финале разыгрывается 5. Ну и, наверное, надо напомнить, что спонсоры трансляции — это посетители портала. Не трансляция, а всего РПЛ в целом и трансляции в частности — это посетители портала One Last Goodbye и Anta99. Ну и, пользуясь властью стримера, я хочу передать привет всем несчастным людям, кому угораздило родиться 1 апреля, всем, у кого сегодня день рождения, и в особенности одному человеку, который просто проплачен. Его зовут Поляков Борис, я знаю, что он нас слушает. Боря, привет, держись. Я лично никогда не шучу на 1 апреля, потому что я хочу, чтобы меня люди воспринимали серьезно всегда. Но, тем не менее, я знаю, что есть любители прикалываться, поэтому мы с тобой, друг. Ну, в общем, вот. Дальше, наверное, я уже могу передать слово Леворга. Я свои сегодняшние 500 рублей отработал. Теперь я буду кликать, а ты рассказывай. Да, жизнь еще не кончена, если вы родились 1 апреля. Еще есть 364 дня в году. В общем-то, не все так печально, как может показаться на первый взгляд. И что? Ну, я думаю, оба будут играть просто в локацию. Вот такой вот мой прогресс на эту игру. А дальше уж как фишка ляжет. Не знаю, вот насчет Марвин против Барнаула, по-моему, довольно-таки непредсказуемый вообще будет матч. И нет, смотри, Марвин сразу... 3 из КВшек на газ, Барнаул тоже явно у нас. Хотя, может, и все-таки будет локация, но будет она через танк с осадкой. Ну, в общем-то, понятно, что в любом случае на факту набирается газ 3 рабочими. Просто вот что происходит потом, это самое главное. Барнаул уже снимает 2, поэтому у него уже точно экспанд. Факторка ставится в таком непривычном месте довольно-таки. Но, может быть, в ТВТ так это круто, я не знаю. Вот. Не, ну, Барнаул не снял рабов. 3 раба на газе вроде у него. Не, а он снимал одного и сейчас одного вернул. У него был один, а сейчас стало 2. И, ну вот я вот этого тайминга плохо знаю. Ну, то есть, видимо, это возможно для армори. И что касается Марвина, у него 1 рабочий добывает газ. Но может быть просто у него они как-то вернутся по-другому. Мы это посмотрим, как это все будет. Да, а тем временем по одному Марику. Барнаул 2-я факта. Да, вот так вот. Командник. 3 рабочих на газу, 2-я факта. Но он, видимо, приехал, увидел, во что играет Марвин, и решил сыграть в контру, пропушить своего противника, постараться. Но Марвин тоже начал добавлять газ, дособирать. Посмотрим, будет ли от него 2-я в факторе. Мы пока видим одну, я, наверное, поставлю на старпорт. И да, я уже выиграл, так что я тебе после игры пришлю номер своего кошелька в обмане. Вот, потому что старпорт есть, он за минералами там стоит. Будет ли второй? Ну что ты ставишь?
Главное, не забудь... На что ты ставишь свою квартиру? На что я ставлю свою квартиру? Да, будем корректно формулировать вопросы. Чтобы потом не было никаких претензий, да? Да, там типа не обещал. Но, кстати говоря, танк заказывается почему-то у Барнаула. Танк, вультура, мины. И это не самое хорошее оружие против рейтов. Но на самом деле там только один старпорт, тоже пристройка. И мне показалось, что в Factory делается СЦВ. Я немного был удивлен. Приходит в атаку тем временем Марвин. У него уже есть вультура, там нету еще, да вот только сейчас, но будет сейчас танк на самом деле. Поэтому бояться нечего. Раз-раз и все, все готово. По-моему, не убил особо ничего Марвин, но зато, правда, разведал оппонента, уже видит две факты. Маринов настрелял на самом деле. Видимо, как раз для этого был танк, чтобы отбиться от первых вультур, и сейчас будет много-много вультур, и я не знаю, насколько это оправдано на питоне, поскольку это все-таки карта с рампой, но зато, зато тут уже в райты, да, а там... Ну, ты знаешь, там сиэйдж, там сиэйдж, на самом деле, да, то есть как-то не совсем понятном стиле для меня играет Барнаул, вот, если уж вультуры, то делать, ну, вультурам и скорость еще заодно, не только минки, а если уж сиэйдж, то надо было просто тупо играть в нычку. Ну, вот как подсказывает Варион в чате, сейчас обычно не дают играть в нычку через сиэйдж, потому что просто мины ставят. И ты не можешь спуститься. И не можешь вот, поставить. Кстати, что сейчас, собственно... Да, и сейчас будет взрыв! И по танку не проходит. Кто-то убил мину. Слушай, как микрит просто сейчас своими войсками на рампе Марвин. У него танк просто убил все мины. Да, у танка 3 килса. И это было бы немного, да, если бы по существу это не было так значительно. И два раба, кстати, привел Барнаул, он, видимо, будет чинить танк, если не забудет. Вот, у него уже есть сиэдж, у него есть барак здесь стратежный. И, слушай, в принципе... Ну вот Марвин заперт, это вообще ужасно просто. Просто ужасно. Ну, ты знаешь, вот что я могу сказать? У Марвина, в общем-то, есть старпорт. Ему сейчас... А он в райтов с невидимостью клепает. Я думал, что, может быть, стоит так же сделать... танков, поставить их на рампу в сейдже и взять остров. Просто остров? Взял, чтобы... Ничего да. себе. Я-то подумал про дроп на самом деле, ну, типа вультур там закинуть, но здесь танки продолжают строиться. Причем у меня показывается, что строится танк с факты, в который пристройка. Ну все, баг пофикшен. Там один танк делается. Mm-hmm. Есть вультуры 4 штуки, есть танк. Тут 2. А раскладка как вообще у Марвина? Вот, у него только начинается, да, но у него... Да. И он летит первыми двумя врайтами, и все. И тут понимает, наверное, Барнаул. А что он понимает? Он, в принципе, да, у него все в порядке, у него армори есть. Ну там, понимаешь, доделывается инвиз уже на врайтов. А, да, тут до просветки вообще просто как до пекина в той самой позе. И да. Еще и две СТВшки, кстати говоря, заперты факторка. А, нет, там... Есть дырка в минералах, все нормально. Ну, локацию, конечно, ставят у нас Барнаул, но как-то кажется, что против райтов она не очень поможет. С одного старпорта все это делает Марвин, несмотря ни на что. Он понимает, что ему сейчас нужно газ все-таки тратить на танков, потому что... Вот строится просто... Академия, и я думаю, что она достроится на самом деле, потому что старпорт все-таки один. И врайты бьют слабо, и будут они бить там... Ну, блин, вообще 3 врайта уже с 2 залпов убивают рабочего. Слушай, ну неужели вот так вот выиграет Марвин? Ну, Марвину сейчас на самом деле просто тупо убивать из КВ-шек. Слушай, а по-моему, надо было уехать на центр карты и построить там инженерку. Кому, Марвину? Ну, конечно. Нет, почему Марвину? Барнаулу. Чтобы не могли в райты ее убить. Ну, и видишь? Просто потом начать делать туретки. Но он выбирает другой вариант, у него уже почти готова Академия. А Марвину, я не понимаю, видимо, он решил, что ему надо улететь срочно, чтобы... Нет, вот он, этот пуш отменить. Он СЦ ставит. Марвин ставит СЦ. Он пошел похарасить. А, да, все, я понял, да, ему надо было ЦЦ приземлить. Ой, да, прошу прощения, я немножко зазевался. Ситуацию, которая была по рабам, нахарасил экономику своему противнику, вернулся назад и сейчас будет пробовать ставить ничку. Но просветка, нет, просветка... И все такое, типа, я в домике, да, здесь, больше да. не нападаю. И тут, кстати, выходят уже вультуры с голиафами и начинают бить по бараку, но это фигня, конечно. Самое главное, что есть сейчас будут 2 просветки. И врайты как бы не очень будут решать. И у него тут все заминировано еще. К тому же и танки! Танки ловят мины вообще просто безответственно. И... Ну нет, на самом деле, конечно, танков много. И еще одна мина. И теперь танков уже немного, всего 2. Слушай, тут 5 галлов. Смотри сейчас, как через атаку наломятся, представляешь? Ой, Марвин не видит.
отдает в райтов. И в райт выжил, желтое ХП у него. Но все-таки он жив, и тут, кстати, еще сидят мины. Как раз вот то, о чем говорил Варион. Не приземлить ЦЦ, но надо тратить просветку, соответственно, то есть убивать мины. Слушай, а чем убивать, не танками же? Ну, хотя, ну, ну почему танками, нет, они, наверное, же разложены. Надо... У танков же выстрелы не платные же, слава богу. Не, ну не платные, но успеют или не успеют. Это же танки не из Америки какой-нибудь там капиталистической. Это нормальные Т-44 там. Работают парни нормальные там. Литр самогона и все, они тебе все мины разберут на карте. Да. Ты был прав. Ты был прав, успели разобрать. Я просто думал, не успеет ли кончиться просветка за то время, пока кулдаун идет у выстрела у танков. Но два выстрела успевает сделать. Танки, и... Кстати говоря, тем временем тут интересные новости в чате. Димага же играет ESL, и ему дали техлуз, потому что у него, как обычно, вот это вот был дроп, из-за того, что там бабушке позвонить надо было срочно подруге и рассказать новости сериала, и у него параллельная линия, вырубился инет, и его не стали дожидаться, его дропнули и дали ему техлуз. Привет, хочется отдельно передать ребятам из Германии, мы с огромным уважением относимся к вашей стране, и надеемся, что ваших турниров будет побольше, и судейство будет таким же адекватным, как сейчас. Вот. Да, учитывая, это то, что хотелось сказать. 1-1, насколько я помню, а сколько там было? 3? Ну, я надеюсь, что там БЛ столько, что Димага сможет порвать 50-0. Ай, его и слушай, показать. Посмотри, как... Ой, Марвин, что ж ты сделал? Марвин сейчас собрал танки, пошел в атаку и 3 танка отдал на минус. И уже сейчас галы просто смотри через атаку. До свидания, Т-44. И все, наверное. Нет, танки есть на рампе, наверное, рано. Рано еще списывается счетов. Будет просто тупо третья локация. И сейчас танки заезжают, раскладываются, это нычку у Марвина перестает качать. Может, не, ну она просто... сейчас будет, видимо, поднята, хотя сколько рабочих смотри, убито. Смотри, кстати, Марвин берет остров, еще не все так плохо, как мне кажется. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, его заперли, он не спустится уже, потому что танков тут больше, и ЦЦ улетает. Рабочие были потеряны, вот что неприятно. Не, ну если две локации сейчас будет качать у Марвина продолжать, то дальше тупо начинать играть в дропшипы и просто разводить своего противника. 2-2 локации, это вполне возможно, учитывая, что у его оппонента нет, есть уже Старпорт, и уже делается дропшип у Бурнау. Правда, грейдам. Грейдам ситуация не ясна. А у Марвина делается плюс один, и он у него, похоже, будет раньше, чем у Барнаула. Это, в общем-то, плюс для Марвина, я бы сказал. Кстати говоря, ради справедливости надо, наверное, озвучить и другой коммент по поводу ситуации, хоть это и не в тему, но Димага на самом деле онлайн так и не появился после бабушки, поэтому, может быть, не такие плохие админы ESL. Вот, может быть, надо просто Димаге телефончик прикупить выделенный. Ну ладно, наверное, закончим на этом обсуждение кота этого инцидента, потому что здесь-то у нас тоже все довольно-таки весело. Все еще жив ЦЦ, хотя уже желтое ХП у него, и Барнаул так грамотно вообще зажал все. Вот. Умрет сейчас барак самой нелепой смертью барачной, какую только можно придумать. На туретке. Да. Нелепая барачная смерть. Это просто, конечно, жестко. Так, ну что, у нас доделывается плюс один у Марвина. Грейды есть один, точнее локации есть в равных количествах, что у одного, что у другого, но правда пошел Барнаул ставить еще плюс нычку. Вот, и нужно как-то Марвину это дело полить и дропаться туда. Просто сейчас ему главное не дать поставить своему оппоненту локацию. Вот что сейчас основное, на мой взгляд, задача Марвина. А для этого ему нужно либо дропшипы, либо все-таки построить одного в райта и тупо летать ему контроль. Ну вот у Барнаула дропшип есть. Ой, какой дропшип? У него два дропшипа воюют. Я только заметил третий, который вылетает. И не совсем понятно, куда ему, собственно, дропаться. Слушай, сейчас чуть ЦЦ не умер барачной смертью на самом деле. Вот он полетел на туретке. И он близок к этому, смотри вообще. Да, он очень. И выезжают рабочие, да, Марвин хочет спуститься с жердочки. И, по-моему, плохо это получается, потому что слишком много танков. И еще один танк. Кстати, там пробито все, довольно-таки неплохо пробито, но, похоже, командник сейчас может умереть вообще действительно барачной смертью. 27, 26, 25, 24, 23. Final Countdown. Нет, успевает. СКВшка успевает доехать к
к этому неблагополучному команднику и начинает его вычинивать, а у Марвина скоро доделывается плюс один, и надо тогда уже что-то делать, надо что-то предпринимать, потому что вторая локация начала качать, но у Барнаула-то она качает уже давно, и уже начинает качать сейчас третью у Барнаула, а это серьезное преимущество. Да, но у Марвина остров, как бы, Марвин, кстати, летает по карте на патруле там в рейд, по верхней части, но, видимо, он не ожидает. А на остров, посмотри, три дропшипа летят на остров. Да, и там причем вообще все есть, да, что надо, и галлы, танки, и дроп, да, и умирает эта локация, тут даже ЦЦ не улетит. Нет, ну, командник-то улетит здесь. Вот, да ну, брось, три галла, по-моему, нет. И нет. Тем более он строит пристройку, да, и он его не поднимает, тут уже все, да, пол хп нету, надо кидать просветкой, увидеть Париж и умереть просто, кинуть просветку и взлетать. Ну, наверное, да, Марвин сам тоже прекрасно знает, что надо делать, проблема в том, что две фактори, да, одна локация, там три локации, четыре факты, и, ну, просто не получается, из уже столько туротов. Слушай, смотри, как дропш вам сейчас пытается красиво замигрить Марвин, но что-то он остановился в своем мигре, ведет командник на другую локацию, но уже у Барнаула 3 против 1 у Марвина. Смотри, как синхронно раскладываются танки, и они видят дальше, чем стреляют. Точнее, стреляют, да, видят. Да, что это они дальше? Они дальше стреляют, чем видят, поэтому кто первый кинул просветку, того и тапочки. Ну и тут, собственно, грейд плюс один был, который, я вообще не знаю, решает в танк на танк или нет. Ну, ты смотри, там было три выстрела, а у танка Марвина осталось 12 хелсов. Плюс 5 в осадке, то есть посчитай сам. А, да, там плюс 70, то есть он, видимо, с двух его стал убивать. Ну ладно, в общем, непонятно. Математика, наука темная, мы с Леворга ей не владеем, к сожалению. Да. Мы только это языком все... трепать умеем, поэтому. Это нет. Все ересь, за такие лженауки сжигали на костре в средние века. Да, кстати. Ну ладно, не будем об этом, потому что дроп на мейн уже Марвину. Да, решил Барнаул завершать просто игру. Типа поигрались и хватит. Пора и ужинать и спать. Умирает Голиаф, собственно, он сюда для этого и прилетел. Чтобы принять на себя удар, а танки уже останутся делать свое черное, а точнее желтое дело. Но, кстати, пока за красную идею стоят танки Марвина, в принципе, он отбивается. И еще перевозятся танки, и их теперь трое. Три еще гала есть. Выезжают рабочие. Да, смотри, с рабочими, похоже, отобьется. Или нет? Ну, даже если он здесь отобьется. Да, тут уже нету ни одного рабочего, у него не осталось. Танк Марвина просто раньше выстрелил, говорят в чате. Наверное, да, это так и было. Через атаку! Да, но Марвин, как истинный кореец, пишет GG, не дожидаясь самого последнего момента, когда игра уже превратится в фарс. Он выходит, и это означает победу 3-2, победу команды SR. Так что Леворга мне по почте посылает ключи от хаты. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. На этой печальной ноте. Вот я, ну, для кого и не очень. Слезами начинаю прощаться с квартирой. С квартирой, со зрителями портала СК2 ТВ, с жизнью. Да. Вот, потому что поставлено было немало. Зрители, это была первая ставка. Но как бы то ни было, мы ждем вас в следующий четверг на полуфинале. Теперь мы уже знаем, что против Имбы будет играть команда СР. Ну и, конечно же, приходите завтра в пятницу в 8 часов вечера на вторую часть конкурса на лучшие вот в рубрике Масси. И, кстати говоря, могу сделать такое небольшое объявление, что приза уже два, и два лучших вода будут награждены ключиками к бета-тестированию StarCraft 2. На этом мы с вами прощаемся. Звукорежиссер трансляции Dark Matter, спонсоры RPL, просветители портала One Last Goodbye и Anta99, и комментировали Каби Рейдж и Леворга. Пока-пока. Всем пока.